Запись. Окей. Так, экран. Я буду смотреть в чат иногда. Но если какой-то вопрос там возникает по ходу дела, то спрашивайте. Я постараюсь как можно быстрее на него ответить. Вот. Экран расширить, screen. Так, о, как это все выбрать теперь? Present. Так, нормально видно презентацию? Там нет, вот. Так, я теперь не вижу чата. Секунду. Чат. Окей, вроде бы нормально видно. Слишком много кнопок. Окей. Так, как, наверное, там вы знаете, у нас сегодня тема вебинара — это тесты на проверке гипотез. То есть это как бы то, что стоит по сути за АБ-тестами в Data Science, то, что часто требуют на интервью, то, что требуют часто в рекламных кампаниях маркетинговых, то есть там проводить проверку там, гипотез, там новая реклама отработала лучше, чем старая, или что новый товар работает лучше, чем предыдущий товар, и так далее. Вот, сегодня мы посмотрим на как бы, ну не на всю теорию, а на какую-то часть теории за всеми этими тестами. Как бы большинство из вас, может, это все помнит. Это у нас было во время нашего курса, те, кто был на курсе. То есть будут какие-то вещи, которые вам Ваня не рассказывал или я не рассказывал, то есть сегодня тоже это просмотрим. Скажу сразу, что это для меня, наверное, был один из самых сложных тем для подготовления, так как тут вечно была грань поиска баланса между тем, чтобы уходить в какие-то дебри математики и вычислений, или так, чтобы остаться все-таки там на поверхностном уровне и просто показать какую-то базовую идею вообще проверки гипотез. Ведь я надеюсь, что я это смог выполнить нормально, функцию найти этот баланс середины золотой между сложностью и простотой. Ну, как бы посмотрим. Вот, что у нас будет? У нас будет центральная ограниченная теорема. Потом посмотрим, что такое p-value, что она означает, зачем она надо. Потом посмотрим, как проводить тесты на как бы, проверку среднего значения популяции. То есть это будут t-тесты, и это будет ANOVA. Analysis of Variance. Анализ дисперсии. Дисперсионный анализ, наверное, называется на русском правильно. Затем посмотрим проверку гипотез для пропорций. То есть это там дискретные величины, там 0,1, купил, не купил, умер, не умер и так далее. То есть это будет тест для одной пропорции и тест на независимость. Это критерий Хиг-квадрат. Рассмотрим, что такое мощность теста и размер выборки, как они влияют, для чего, как их можно управлять, зачем они, собственно, нам нужны. И посмотрим на effect size. Размер эффекта, то есть то, почему, собственно, одного значения p-value может нам не хватать. То есть почему его одного может быть мало. Такое небольшое введение, то, что там, возможно, вы все помните, но напомню еще раз, что у нас как бы основная идея статистики, одна из, наверное, основных идей статистики, это описать как бы, всю совокупность, там, не знаю, людей, предметов, чего-либо на основании какой-то маленькой выборки. То есть, например, мы хотим узнать рост населения всех людей в Киеве, но мы как бы не можем себе позволить ходить по улице каждому человеку и спрашивать его рост. Это будет очень энергозатратно и финансозатратно, и вообще это будет не особо логично так делать. Но мы можем позволить себе посетить, допустим, там, не знаю, 100 человек на улице. Это будет наш небольшой сэмпл, где моя указка,
Это будет мой небольшой сэмпл, на основании которого я буду делать как бы уже выводы о всей популяции и, наверное, совокупности, где совокупность для меня — это все люди в городе Киев. А сэмпл — это то, что я собрал, то, что как бы, мне было собрать непроблематично, и как бы, уже на основании этого делаю какие-то выводы. И так само и тесты мы проводим. У нас есть небольшая выборка, у нас есть небольшой сэмпл, мы какие-то данные собрали, и на основании уже этого сэмпла мы проводим как бы тест на проверку для всей популяции, то есть для там, всех опять-таки, людей, животных, товаров и так далее. Вот, теперь центральная ограниченная теорема. Что она нам говорит? Оп, я покажу сразу, перейду по ссылке. Оп, как это делать? Вот так. Она нам говорит о том, что если у нас есть какое-то распределение, и, в принципе, неважно, как оно там распределено, это нормальный закон распределения, это, не знаю, экспоненциальный, это юниформ, когда у вас все вероятности равны, это может быть там какое-то очень смещенное распределение, то есть неважно, какое распределение популяции. И если я буду брать с этой популяции одинаковые сэмплы, то есть, там, допустим, сэмплы из там, 50 людей из популяции, если я буду их брать там, по, не знаю, ну, по, не по очередно, не важно, если я буду брать там 10, 100, 500 сэмплов из всей популяции, потом посчитаю среднее значение для каждого из этого сэмпла, то я, буду, то я могу сказать, что среднее значение каждого сэмпла, оно, в принципе, распределено нормально со средним значением мю, равным мю популяции, а сигма равна стандартная ошибка, где SE — это сигма, деленная на корень из N, где сигма — это среднее отклонение популяции, а корень из N — это число как бы, обсервации в моем сэмпле. Например, то есть у нас, допустим, было какое-то распределение, пусть оно будет нормальное. У нас там среднее 0, отклонение 20. То есть вот мое среднее, там, и 20 как бы это СТТ. Допустим, там, это, не знаю, там показатель, не знаю даже, ну, то рост так не сделаешь, рост 0. Там, не знаю, пусть там будет там, уровень счастья людей в городе Киев. То есть, вот как бы мы, то есть мы знаем, что он вот так вот распределен в части «Мин, как недоволен в жизни Киеве». И все так самая популяция — это все люди в городе Киев. Теперь мы отправляем 200 человек, например, на улицу, и мы им даем задание. Опроси 30 человек, ну, таким 30, там, не знаю, делаем побольше. Опроси 50 человек на улице об их уровне счастья. То есть как они считают, как они довольны своей жизнью. То есть 200 человек ходят и опрашивают 50 человек каждый. Они могут там пересекаться между собой люди. То есть может быть такое, что нам одного человека два раза опросили или три раза разные люди. Это нам уже как бы мало, нас не бантежит. То есть в конце как бы люди к вам вернулись, эти 200 человек, и у каждого есть там какой-то свой небольшой сэмпл. То есть у каждого был свой сэмпл, и из 50 человек, то есть вот 50 человек у одного вашего работника, у другого вашего работника тоже 50 человек, у третьего и так далее, там еще 198 раз. И у каждого этого сэмпла есть свое среднее значение. То есть вот у одного минус 4,11, у другого минус 4,45, минус 1, 2 и так далее. И согласно центральной ограниченной теореме, я знаю, что среднее значение всех этих выборок они подчиняются нормальному закону, где среднее, то, что я писал вот здесь, и у них среднее будет, в принципе, примерно равно среднему для всей совокупности генеральной, а как бы этот разброс от центра у них будет равен стандартной ошибке, которая равняется, оп, где она, вот это у нас мю, деленное на корень из n, где n — это число
размер сэмпла, то есть 50. То есть 1994 – это вот наша SDT, не знаю, там просто маленькие цифры, но там, скорее всего, вам видно. То есть это вот моя популяция, то есть у нее средняя 0, а SD – там 1994. Я говорю, что, в принципе, мои все эти средние значения, они подчиняются нормальному закону, где средняя, в принципе, оно равно, то есть оно не прямо там, один в один, как средняя это, но оно как бы примерно равно. И вот это вот SE, стандартная ошибка, тоже как бы, похоже на то, что как бы, мы бы ожидали увидеть. И что интересно в, этом, в этой теореме, то, что независимо, какое у меня будет распределение, то есть оно будет uniform, мне не важно, в конце все равно оно как бы сводится примерно к нормальному распределению. То есть вот видно то же самое здесь, что у меня средняя 10 популяции, а вот средняя, как бы это называется sampling distribution, на русском не знаю, как это называется правильно. То есть распределение средних. То есть у них средняя совпадает со средней популяцией, а как бы разброс STD у них совпадает со стандартной ошибкой, где сигма деленное на корень из n. И в принципе считается, что чем больше размер вашего сэмпла, то есть чем больше людей было опрошено каждым человеком, в примере, который я сказал заранее, то как бы тем, как бы это условие все, как бы будет больше и больше соблюдаться. Вот. Это что касалось центральной Пиршинской теоремы. Я сейчас проверю. Сейчас, вот, на всякий случай. Окей, ничего. Вот. Это пока мы как крокодили запомнили. Пока этой информацией мы пока ничего не делаем, просто запомнили, что такая теорема она есть. Дальше мы ее будем использовать. Теперь идем дальше. Все-таки начнем разбирать уже сами тесты на проверке значимости. Такое популярное сравнение тестов на значимость – это как бы сравнение с судебным процессом. Допустим, там, вы судья, и вы там на процессе по обвинению человека. То есть там человек может быть или виновен, или невиновен. Как бы, и ваша задача принять решение, как бы хватает ли вам оснований для того, чтобы сказать, что человек да, виновен, или сказать нет, он невиновен. То есть у нас, по сути, есть 4 варианта исхода. То есть у нас может быть как бы 2 настоящих варианта, что человек или безвиновен, или невиновен, или виновен. Как бы мы этого не знаем, как бы часто никогда не знаем, как бы мы только можем догадываться. И мы можем сказать, что человек не виновен, или сказать, что он виновен. Если мы отправляем, точнее, если мы говорим, что он не виновен, и он таки был невиновен в действительности, то у нас правильное решение. То есть мы как бы приняли правильное решение, мы как бы мы никого не посадили зря в тюрьму. Если мы говорим, что он был виновен, и он таки, да, был виновен, опять-таки, правильное решение. И, то есть, опять-таки, мы отправили в тюрьму вора по, там, по заслугам, преступника по заслугам. То есть, и могут быть два поля для ошибок. То есть, мы можем отправить человека невиновного в тюрьму, или можем отправить человека виновного на свободу. Что, как бы, мы хотим избежать и этого, в принципе. Если бы мы это все перевели в язык статистики, то мы бы это назвали так, что у нас есть какая-то нулевая гипотеза, которая говорит о том, что человек не виновен. То есть как бы всегда нулевая гипотеза – это такое что-то ну, неинтересное, это вот как бы то, что вот, например, что ничего не происходит, все нормально. И всегда к ней идет гипотеза альтернативная, то есть она относится HR там, или H1, а нулевая H0 обычно, или H0 словами. То есть там, ну, в принципе, там обозначения всегда они одни и те же. И это говорит о том, что наш подозреваемый, он виновен. То есть что-то, в принципе, происходит. То есть вот всегда как бы гипотеза альтернативная, она как бы какие-то выдвигает новые идеи. И у нас какой-то обычно, мы задаем себе, необычно всегда, задаем себе уровень значимости альфа. И это, по сути, вероятность того, что мы отправим человека невиновного в тюрьму. То есть это вероятность того, это вероятность
отказаться от моей гипотезы, когда она была права. И также это ошибка первого рода. То есть вернуться наверх сюда, то есть это вероятность того, что мы отклоним на любую гипотезу, когда она права. То есть гипотеза у нас нулевая права, то есть человек у нас не виновен, и мы отправим его в тюрьму. То есть вот это наша альфа, ошибка первого рода. То есть мы этого не хотим особо. То есть мы не хотим отправлять человека невиновного в тюрьму, правильно? И как бы антипод альфа есть бета. Это вероятность отправить человека виновного на свободу. Мы тоже этого хотим. Это ошибка второго рода, type 2 error. Это вероятность принять нулевую гипотезу, когда она правдивая. То есть она, нулевая гипотеза, человек не виновен, точнее, она неправдивая, H0 is false, то есть человек у нас не виновен, на самом деле, но мы принимаем гипотезу, что он не виновен, и мы его отпускаем, и как бы гуляет первый преступник на свободе. И как бы, вот в общей форме, вот если там уйти с суда присяжных до как бы, нормального вида, у нас вот есть, опять-таки, нулевая гипотеза, она может быть или правдивой, или неправдивой. И мы принимаем, то есть мы или отказываемся от нулевой гипотезы, или мы, то есть, извиняюсь, мы или не можем от нее отказаться, или мы отказываемся от нулевой гипотезы в пользу гипотезы альтернативной. То есть в этом случае у нас нет ошибки, а здесь как бы у нас ошибка, что мы говорим, да, как бы нам хватает, точнее, нам не хватает основания отказаться от гипотезы, поэтому мы ее отклоняем, хотя на самом деле она была правдивой. И здесь наоборот. И вот этот уровень альфа, о котором там часто можно услышать, что он равен 0,05, то есть альфа у нас обычно всегда принимается альфа. Обычно можно видеть, что 0,05 это такое, как самая золотая середина уровня альфа. То есть мы говорим, у нас есть 5% того, что мы отправим человека виновного на свободу. Точнее, мы отправим человека невиновного в тюрьму. И при этом 5% это кажется довольно-таки там, маленькой вероятностью. И оно зачастую 0,5 так и остается, то есть как бы 5%, ну, как бы high amount rate, то есть отправили человека недавно в тюрьму, ну, сам виноват, что попался там, на скамью подсудимых, правильно? Если, допустим, выбрать уровень альфа там 0.01, там вам нужно будет уже собрать как можно больше доказательств, улик, вызвать более более точным в том, что человек таки реально виновен, чтобы его отправить в тюрьму. Там, а при уровне значимости 0.1, в принципе, там вам нужно меньше улик, то есть вам не важно там особо. То есть это уже как бы скорее вопрос контекста, какая у вас задача и какой уровень альфа вам стоит выбирать. Но, как я сказал, что уровень альфа 0.05 часто сегодня кто обычно не меняет там, в ту или иную сторону, остается 5%, и все довольны. Так, вернусь к презентации. Теперь, что мы делаем с этим альфа и как мы его используем? То есть мы обычно читаем p-value, значение p, которое как бы, мы сравниваем с этим уровнем альфа, и на основании этого мы делаем как бы, наши выводы. Мы можем или не можем там, опровергнуть нулевую гипотезу, что мы делаем. И вот есть такое забавное видео, оно было снято, как я понял, на какой-то там из конференции, не знаю, ученых, бета-сайентистов, там кого-либо еще, которые, в принципе, всегда в своей публикации сопровождают какими-то там, экспериментами и всегда пишут в конце там какой-то там p-value, было такое-то, поэтому считаем, потому что наше там лекарство лучше всех, или там оно отработало лучше всех, бла-бла-бла, вот такое-то p-value. И там какая-то организация ходила по этой конференции и спрашивала этих ученых, или там, не знаю, кто-нибудь такие, что такое, собственно, это p-value, которое так все говорят, и все на него ссылаются, и все о нем пишут. И вот сейчас посмотрим, что говорят сами эти ученые об этом p-value. Я не уверен, что звук будет слышно.
Вам слышно звук? Нет, нет, не слышно, не слышно. Ты ссылочку просто, может быть, кинь в чат. Какая-то женщина. Звук не слышно, понял? Сейчас, секунду, без звука теряется. А, сейчас мы найдем audio settings. Мы знаем, как в Zoom отключить звук компьютера. Где-то кто-то когда-то видел, но... А, вот, share computer sound. Так, вы молчите, я не понимаю, что происходит. Звук слышно или не слышно? Все слышно, все хорошо. Я кого-то только что услышал, но очень тихо. Раз, два, три. Окей, плюс. Супер. А тогда возвращаемся. What is a p-value? What is a p-value? I'm going to pass on that. So, wow, the p-value is the hypothesis you're testing is. You need statistics to try to estimate if what you think is there. I know what many people that I have respected have written about and in fact quoted them. Is that a roundabout enough way to dodge your question? Can you explain what a p-value is in a sentence? Well, I've actually spent my entire career about the definition of p-values, but I cannot tell you what it means, and almost nobody can. То есть, казалось бы, сейчас, секунду, окей, казалось бы, что p-value, то, что часто люди используют, но как мы видим, что там не все дают себе отчет, в принципе, что оно означает, как и, в принципе, среди тоже дата-сайентистов часто p-value там всплывает в разговор, но по факту мало кто дает себе отчет в том, что как бы стоит за этим P. То есть почему P, а не B-value и так далее. И P-value, по сути, это вероятность, probability, поэтому P, то есть уже эту загадку мы решили, получить какие-то результаты, которые такие же экстремальные, как и то, что вы получили в ходе эксперимента. Но при условии того, что нулевая гипотеза, где моя указка, нулевая гипотеза правдивая. То есть мы говорим, что H0 is true, и мы находим вероятность получить результаты, полученные в ходе эксперимента, для данных условий. И если у нас наше p-value, оно меньше уровня альфа, или равно уровню альфа, то мы отклоняем нулевую гипотезу. То есть если p-value меньше 0,05, мы отклоняем нулевую гипотезу в пользу гипотезы альтернативной. Если у нас p-value больше 0,05 там, или любого другого уровня альфа, то мы уже не можем отклонить нулевую гипотезу. То есть мы fail to reject, not enough evidence, у нас не хватает данных для отклонения этой гипотезы. То есть это, по сути, вероятность полученных данных при условии, что H0 является правдивой. Часто так делают это наоборот. Это иногда как бы думают, что H что value это... Сейчас я это сотру, мне нужно... Оп, сюда, сюда. Часто думают, что p-value это вероятность нулевой гипотезы самой. То есть часто трактуют p-value таким образом, что это p H0 is true,
при условии, что там вы получили эти данные, и там, и они правдивые, что, в принципе, не правда. То есть там P вам не дает вероятность того, что H нулевое правдивое или неправдивое. То есть никакое отношение к вероятности этой гипотезы это не имеет смысла. Это просто вероятность того, что там, в ходе эксперимента при условии, что H нулевое правдивое, мы получим как бы, такие значения или более экстремальные. Сейчас будет другой пример. Еще покажу, что я имею в виду под еще более экстремальными значениями. И вот в общий вид для тестирования, как бы шаги для проверки гипотез такой, что мы формулируем нулевую гипотезу альтернативную, мы выбираем как бы, тест, подходящий тест для этой проблемы, мы задаем уровень альфа, то есть 0,05, 0,01 и так далее, мы считаем как бы, нужную статистику и p-value, которая к ней относится, и в конце мы интерпретируем результаты в контексте нашей проблемы. То есть это общий вид, как это все происходит. Теперь вопрос. Напишите ответ в чат или скажите вслух, почему я выделил четвертый пункт в синий цвет. То есть почему там все четыре пункта других, они не выделены, а четвертый именно выделен. Что такого особенного в четвертом пункте? Самый сложный. Спорный можно вопрос. Двумя разными путями считать. Да, опять-таки, можно, то есть, как статистики, все может быть решаться разными путями, и там два статиста могут решить одну задачу разными способами, получить разные результаты. Ну, это T-student распределение и... Да, но это как бы уже скорее проблема вот proper теста, то есть вот это может здесь как бы пойти проблема ответвления. Но почему я выделил синим цветом пункт четвертый? Потому что это единственная часть, которая делается машиной, там, Python, R, Excel и любыми другими там, не знаю, приложениями и программами. Все другое — это чисто ваша задача. То есть R все равно, там вы закинули данные неправильные, там t-тест, как бы R вам посчитает ваш там test statistics, там выдаст вам p-value, и как бы он свою работу сделал. То есть он вам не будет проверять, что там таки да, вы выбрали правильный тест, и вы там правильно сделали свои гипотезы, сформулировали. И R не будет вам говорить как бы результаты в контексте проблемы. Как Python, как и любой другой язык программирования, там любой другой софт. То есть от софта только эта часть зависит. А остальное все уже от вас зависит. Ну, от вас, от нас, от других людей. То есть как мы выберем нулевую гипотезу, как мы как бы, выберем правильно тест для проверки этой гипотезы, какой уровень альфа мы выберем. И в конце главное, как мы это все потом интерпретируем в контексте нашей проблемы. То есть, мы там делаем, проверяем рекламу между собой, мы проверяем там лекарства, мы проверяем там что-либо еще. Дальше чисто уже наша задача. И как бы на каждом вот этапе вот этих пунктов может пойти уже проблема, где, собственно, там, может дать тест неправильный результат. Вот. Теперь, что касается нулевых гипотез, вообще гипотез в принципе. То есть у нас есть всегда нулевая гипотеза и ей альтернативная. То есть нулевая — это обычно, то, что я сказал, у нас ничего не происходит, у нас там все нормально, или там все окей. То есть, например, там гипотеза, что монетка честная, что там вероятность орла равна вероятности решки, равна 1/2, а как бы альтернативная ей была бы гипотеза о том, что там вероятность решки, она больше 1/2. То есть монетка у нас нечестная. Например, мы говорим, что там соотношение успеха для нового лекарства равно 0,75. А альтернативная гипотеза была бы, что нет, как бы лекарство куда более эффективно, чем 75%. Так, чем какая-то старая версия этого лекарства. И третий вариант. Мы говорим, допустим, у нас нет разницы в давлении людей между двумя группами. Допустим, группа с лекарством А и с лекарством Б. Мы говорим, что как бы разница среднего в давлении, она не, как бы, незначима, то есть ее нет.
И альтернативная гипотеза ей была бы о том, что нет, разница в давлении в среднем есть, и там, мы ее видим там, в ходе выполнения теста. И важный момент, то, что я говорил в самом начале, что как бы статистика, она как бы часто пытается сделать какие-то выводы про популяцию на основании сэмпла. Поэтому всегда в, там, в своих там, записях мы проверяем значение совокупности, а не выборки. То есть, например, если я, там, я собирал значение там, давления, у меня есть значение давления для двух групп. У меня есть X, не тот цвет хочу, хочу черный. У меня есть X1, это там давление для одной группы там равным 100. И у меня есть X2 равным там 150, например. Мне не нужно как бы, проводить тест, чтобы понять, что эти значения отличаются, правильно? То есть я как бы и так вижу, что там это больше этого. Но что я делаю? Я проверяю уже μ1 минус μ2, что оно равно нулю, а не там μ1, это h нулевое, а это h альтернативное. μ1 минус μ2 не равно нулю. То есть это была бы правильная запись, зеленая. Мы проверяем на основании этих выборок, что среднее всей популяции равно там, или не равно, их разница равна или не равна. А такая запись была бы неправильная. x1 среднее минус x2 среднее равно нулю, или там x1 минус x2 не равно нулю. То есть это уже была бы неправильная запись такой формулировки гипотез. Так как статистики очень любят правильные выражения, поэтому это очень там, может быть важно для кого-то, когда вы будете там свои результаты показывать другому человеку, и вам скажут, что алло, гараж, типа, так никто не пишет, ты не то проверял. Вот, поэтому как бы, мы пишем всегда в наших гипотезах как бы, греческие буквы, потому что как бы, они отвечают за популяцию, а там, буквы латинские, X, Y, они отвечают за сэмпл. Опять-таки, это статистика, в ней все должно быть по правилам. Оформление и выражение своих мыслей. Вот. Теперь по поводу вот, уровня альфа с каким-то таким более, может быть, понятным примером. Я этот пример рассказывал как-то на лекции, не помню, в какой группе, но как-то его говорил, но скажу еще раз. Допустим, у вас есть монетка, обычная монетка, вы ее подкидываете один раз, и вам попадается орел. Можете ли вы утверждать то, что монетка нечестная? То, что вероятность орла куда больше, чем вероятность решки? Повторяю, вы кинули монетку один раз, у вас получился, выпал орел, и вы как бы спрашиваете себя, могу ли утверждать то, что, что как бы монетка явно нечестная, что получить орла там куда больше вероятности получить решку. Ну, как бы, скорее всего, нет. То есть для одного броска как бы вы не будете утверждать, что там, монетка нечестная, там клеем намазана с одной стороны. То есть вы скажете, что нет, у вас не хватает для этого данных бросков монетки. Если я брошу монетку два раза из двух, и будет опять-таки два раза орел. Если я брошу ее три раза, четыре и пять. То есть на каком этапе вы начали подозревать, что монетка у вас нечестная? Допустим, вот, допустим, с пятью. Какая вероятность того, что я из пяти бросков получу пять орлов? Сейчас пока не отвечайте, где-то были опросники. Сейчас я тут... Оп. О, вот он. Вот, у вас должен был появиться опрос. И вот как вы думаете, какая вероятность того, что из пяти бросков, вероятность получить пять орлов из пяти бросков монетки? Вижу два ответа. Вижу три ответа. Вижу еще один ответ. Давайте. Пять, четыре, три, два, один.
Оп, результаты видно? Да, наверное, видно, да? То есть, 1/2 – это очень большая вероятность, то есть получить 5 орлов или 5 решек из 5 бросков. Не видно результаты. Так? Вот так видно. Окей. То есть вот результаты, что 1/2, в принципе, очень большая вероятность получить 5 орлов из 5 решек. Ну, при условии, что... Из 5 бросков, при условии, что нет такого честного. Правильный ответ — это 1/32, то есть, да, большинство людей там угадало или знало правильно. То есть, по сути, это 1/2 в степени 5. 1/32. Или 1/32, это 1/64. Секунду. Оп. 2 в степени 5, 32. Я себя сам не обманул. И если я поделю это число, вот если я сделаю 1/32, это 0,03. И, по сути, это и есть мое p-value. Вернемся к презентации. То есть вот, это примеры для там разных сценариев. То есть мы бросили один раз монетку, вероятность такого исхода 1/2. То есть один орел из одного броска. 2 орла из 2 бросков, 0,25 и так далее. И, в принципе, большинство людей уже начало подозревать неладное, вот на этих вот двух этапах, когда у нас 4 броска 4 равны орлу, или 5 из 5 тоже равны орлу. И если вот на эти значения, то они как бы очень близки к 0,05, вот как бы к тому уровню альфа, который чаще всего используется. И опять-таки, переведя это все в вид, как бы в язык статистики, мы говорим, что у нас нулевая гипотеза, что у нас монетка честная, то есть у нас вероятность орла 1/2. Мы даем ей гипотезу альтернативную. Говорим, что вероятность орла нет, она таки больше 1/2, она у нас нечестная. И задаем альфа равно 0,05. И это у нас one-tail test. То есть, как бы, не знаю, как на русском правильно это сказать. Тест односторонний, наверное, правильно буду сказать. То есть мы проверяем разницу в одну сторону, что у нас вероятность больше или меньше. То есть это у нас one-tail test. И это вот распределение что-то биномиальное для бросков монетки. И вот p-value, то, что я сказал вот по определению раньше, это вероятность получения какого-то... вероятность получения событий на основании ваших данных при условии, что h нулевое true. То есть мы строим это распределение, ссылаясь на то, что h нулевое у нас true, и вероятность орла у нас 1/2. Как бы я должна получить из 5 бросков 2,5 орла или 2,5 решки. То есть как бы мы как бы строим распределение на основании, что нулевая гипотеза у нас правдива. Мы считаем вероятность получения тех данных, которые мы получили, на основании этой нулевой гипотезы, что она у нас правдивая. Так как у нас, в принципе, нет ничего как бы больше, чем 5 орлов из 5 бросков, то есть у нас не бывает 6 орлов из 5 бросков, поэтому у нас только одно значение в этот, как бы в этот критерий. И поэтому как бы, p-value равняется 0,0313, и мы говорим, что p-value меньше альфа, поэтому мы отрицаем нулевую гипотезу. Или другими словами, у нас как бы данные дают нам сполна evidence. Сполна evidence, извиняюсь за английское слово, но не могу вспомнить русский аналог, о том, что у нас монетка нечестная, и вероятность того, что получить орла у нас больше 1/2, то есть у нас есть, то есть мы говорим, что, скорее всего, монетка нечестная, вероятность получения орла больше 1/2. Если бы мы проверяли, у нас было бы H альтернативное, что у нас монетка нечестная, но в любую сторону, то есть либо больше 1/2, либо меньше 1/2, это был бы уже two-tail test, то есть тест с двумя концами, там, слева-справа.
То есть в этом случае, опять-таки, нас интересует как бы экстремальные значения справа и такие же экстремальные значения с левой стороны. То есть мы получили 5 орлов из 5 бросков, и как бы такое самое экстремальное значение это было бы 0 орлов из 5 бросков, то есть 5 решек. И p-value — это сумма этого и этого. То есть это 0,03 на 2, это 0,06. И как бы с уровнем значимости 0,05, в принципе, мы уже fail to reject. У нас уже не хватает данных о том, чтобы утверждать о том, что у нас монетка нечестная. То есть как бы, тоже вот уровень, не уровень теста, точнее, уровень значимости тоже влияет. Также влияет, какой вы выберете тест. One tail или two tail. То есть вы проверяете то, что там у вас разница в одну сторону или в произвольную сторону. То есть метка больше вероятность, меньше или не равно. Так. Вопросы в чате не вижу, поэтому иду дальше. Начинаем с проверкой средних значений для популяции. Общая формула выглядит таким образом. Наша статистика равняется point estimate, то, что мы получили, минус нулевое значение, деленное на стандартную ошибку. Формула, вот, в принципе, всегда одна и та же, просто вот меняются сами значения уже в этой формуле. То есть point estimate, то, что мы получили в своем эксперименте, то есть это там вероятность орла, или это там среднее значение давления людей, или это там число показов вашей рекламы, или там ваши продажи в магазине. Null value — это то, что мы принимаем под нулевой гипотезой, то есть как бы то, что мы говорим, якобы у нас равно. То есть там вероятность орла 0,5, или там мы ожидали получить там, 200 гривен с этой рекламы, то есть наша нулевая гипотеза. Standard error, это я уже показывал, это как бы среднее значение, это SDT, деленное на корень из N, где N — это размер выборки. А статистика — это как бы то, что мы, как бы мы симулируем наше распределение там, на основании каких-то там выборах и распределения. То есть T-распределение, Z-распределение, Х-квадрат распределение и так далее. То есть мы как бы симулируем наше распределение данных по какому-то закону распределения t, z, х квадрат и так далее. Для примера там я взял сет Скагла, который там, ну, мне понравился. Он основан на том, что люди проводили эксперименты на жителях островов. Почему островов, мне это непонятно, но как бы у них, видимо, были свои мотивы. Люди были все больше 25 лет. Там они, как бы, у них всех развитый там, префронтал кортекс, то есть у них там, мозг уже довольно-таки развит. И они проверяли влияние anti-anxiety drugs. Anxiety — это тревожность, беспокойство. Они проверяли влияние лекарств на способности вашей их памяти. То есть как долго им нужно время для того, чтобы там вспомнить какое-то событие в своей жизни. То есть, как я понял там по эксперименту, они, то есть у них была как бы изначальная стадия. У них было две группы. Одну показывали, одних просили что плохое вспомнить, да и что хорошее вспомнить. Хорошее, плохое. Они пока там, не знаю, какую-то фотографию показывают им с этих же людей. И там просто вспомнить какое-то там воспоминание там с их жизни. И это как бы записывают, как-то трек какое-то время, сколько им нужно было для там, воспроизведения этой памяти в мозге. В мозгу, неважно. Потом им дают лекарства и проверяют уже как бы заново то же самое. Как бы сколько нужно времени после лекарства для воспроизведения той же самой события в своей голове. И у них было три лекарства. Первое — это альпразолам. Ну, название как бы мало что говорят, наверное. У них было три лекарства альпразолам, триазолам и плацебо, там обычно сахарные таблетки.
То есть эти два лекарства не являются антидепрессантами, седативными препаратами, которые, в принципе, там, чуть притупляют работу мозга. Вот, это пару слов о датасете. Потом там в конце презентации будет ссылка на там, работу на Kaggle, может быть, там что-то проще об этом прочитать, кому интересно. И начнем мы с проверки для одного сэмпла. Как я уже писал вот здесь, то мы, в принципе, знаем, что среднее значение сэмпла, оно подчиняется нормальному закону с средним значением мю и отклонением, которое равняется стандартной ошибке. То есть, как бы, это мы знаем из нашей Central Limit теоремы. То есть, это то, как бы, во что мы верим. Так как у нас ошибка стандартная — это сигма, деленное на корень из n, и у нас нет данных часто. Всегда, зачастую. У нас нет данных о сигме, где сигма — это отклонение совокупности, то мы используем standard error, который равняется ошибка для выборки. Опять-таки, тут буква греческая, потому что это популяция. Тут буква латинская, потому что это sample. Это population, а это sample. Sample на корень из n. И как бы не зная вот это значение сигма, мы говорим, что у нас x среднее подчиняется перераспределению, как бы с теми самыми параметрами, по сути, mu, и сигма равняется se, где se — это уже не сигма, а s на корень из n. Как бы мы в этом случае используем перераспределение. То есть, если я вот сейчас distribution в Википедии найду, то вот как бы оно очень похоже внешне на нормальное. Там, и чем больше размер нашей выборки, наша n, тем, в принципе, он там все больше и больше похож на нормальное распределение. Вот. И поэтому мы будем использовать как бы t-тест, то есть есть z-тест, когда мы знаем сигму. Так как мы не знаем сигму, то как бы мы используем t-тест. Итак, тест как бы называется One Sample T-Test. И как бы как, то есть ваши обсервации должны быть от друг друга независимые. Например, для этого эксперимента с лекарствами и памятью, то мы говорим, что как бы, мы не хотим как бы, взять нашу выборку и родителей, и детей. Потому что, скорее всего, как бы, там, работа мозга, там, нейронные связи могут пересекаться с наследственностью, поэтому этого мы хотим избежать. То есть наши должны быть люди все друг друга независимые, там, не родственники, не ребенок, отец. Второе — это randomness, это случайность. То есть мы хотим там, случайно выбирать людей из всей популяции. То есть, там, допустим, мы хотим брать только одних мужчин, потом на основании этого как бы, делать какой-то вывод для всех людей, и мужчин, и женщин. То есть должно быть у всех вероятность попадания в вашу выборку одинаковая. Ну и третье — это примерная нормальность. Ну, как бы, мы знаем, что как бы, согласно Central Limit теореме, у нас как бы она в принципе соблюдается. Это условие соблюдается, что у нас нормально все распределено. Ну, примерно нормально. И вот пример. Предположим, что какие-то были там прошлые исследования на как бы, способности воспроизведения воспоминаний после одной таблетки альпразолама. То есть я уточню, может быть, что вот в этом датасете у них было три таблетки, и каждая была своя доза. То есть была доза 3, доза 2 и доза 1. И там, допустим, там это, там, не помню, сколько это уже там в граммах, но там это как-то можно там почитать отдельно. То есть там. И мы говорим, что вероятность, не вероятность, а какие-то прошлые
работы нам говорит о том, что после там, 1 миллиграмма альпразолама скорость работы этого теста воспроизведения памяти равна 1 минуте. То есть это как бы то, что мы верим, у нас нулевая гипотеза вот будет этому равна. И мы получили новые данные, мы хотим проверить, а вдруг таки нет. Вдруг таки скорость воспроизведения как бы, воспоминаний после 1 миллиграмма альпразолама, может быть таки она меньше 1 минуты. То есть нулевая гипотеза, то, что там, скорость воспроизведения воспоминаний 1 минута, альтернативная ей, то, что наша мю будет меньше 60 секунд. То, что мы на основании наших данных. Секунду. Вот наши данные, то есть как бы это данные из датасета, то есть мы там люди провели этот эксперименты, то есть и вот это распределение результатов этого memory теста после 1 грамма альпразолама. То есть у нас там есть те, кто там требовал там больше 100 секунд, есть те, кто требовал 40 секунд и менее. То есть, ну, там как уже получилось, так и получилось. И вот параметры такие, что среднее равно 58 секунд, отклонение 16, и всего было 23 человека в нашей выборке. Как бы ни много, ни мало, но как есть. Что мы делаем дальше? Написанный код в Аре. Я за это не извиняюсь, так как мне R нравится, но в принципе это все довольно-таки просто, поэтому сейчас я по нему пройдусь. И, то есть как бы, те, кто знает Python, не знает R, как бы, тут нет ничего для вас сложного. То есть вспоминая эту формулу, вот эту, то есть в данном случае для нас стираем. Для нас формула в таком виде, то есть статистика, то есть t-статистика равняется point estimate минус null value, берем на нас стандартную ошибку. Point estimate для нас это среднее значение, то, что мы получили в эксперименте. То есть x среднее, это средний результат memory теста. Null value это как бы значение нашей нулевой гипотезы, как бы то, что мы верили. Это 60 секунд. То есть это у нас равнялось чему, кто помнит? 58-56. И SE равняется отклонение, то есть 16.27 на корень из N23. Ну, там, не знаю, там, чем там было равно, там потом R все посчитал за меня. То есть вот, подставляя эти значения в формулу, мы получаем значение t-статистики. И, по сути, вот мои все вычисления. То есть я считаю, вот, задаю альфа, задаю как бы null estimate это 60. Ну, n это длина как бы этого сэмпла. X-bar это среднее значение min, как бы memory score after лекарства. SE — это отклонение на корень квадратный из n, и считаю t-stat. С t-статистикой я x-bar минус 0 estimate 60 беру на корень из, делю на SE, точнее. Получаю значение 0, точнее, минус 0,42. После этого, как бы, найти p-value, значит, нахождение p-value сводится к тому, что мы, как бы, ищем площадь под под кривой, по сути. Вот есть наше t-распределение. Сейчас, где моя указка? Есть мое распределение t. Как бы у него всего один параметр. Это число степеней свободы. И оно равно n-1, то есть n-23 плюс 1-22. То есть как бы, вот для 22 степеней свободы так будет мое распределение t. Это значение, это моя t-статистика, то есть это вот минус 0.42, вот оно, это прямая. И я ищу, опять-таки, значения, которые такие же или еще более экстремальные для данного распределения. То есть такие же или еще более экстремальные для данного условия, что нулевая гипотеза правдивая. То есть мы приняли условие о том, что
нулевая гипотеза правдивая, и проверяем для нее. И, в принципе, можно посчитать там, легко в аре самим вероятность, как бы площадь под кривой, то есть в аре это там P от T, в Python это там тоже как-то там stats.t.p, как-то так он там, по-моему, обозначается. То есть мы кидаем в наш P от T как бы, значение, как бы, вот, как бы наш, значение T, и число степеней свободы, так как от него зависит само распределение студента. И видим, что PV равняется 0.033-4 даже. То есть, ну, даже видно, что оно довольно-таки большое, оно явно меньше, оно явно больше 0.05. И мы говорим о том, что наши данные нам не позволяют сделать вывод о том, что как бы, есть какое-то подтверждение тому, что, что скорость memory test она меньше, чем 60 секунд. Как бы, хоть у нас x-бар был и 58, 56, но все равно как бы, это очень, там, эта разница не очень значительная для там, данного эксперимента. То есть мы, как бы, мы не можем отклонить нулевую гипотезу, то есть мы fail to reject нулевую гипотезу. Вот, есть как бы готовая функция в ARIA, она как бы идет без такого пакета извне, и там какой-то пакет STAS, который по умолчанию в ARIA как бы, уже вместе с ним инсталируется, запускается, то есть это тип тест. Мы в него закидываем как бы array с нашими, массив с нашими значениями тест-скора, кидаем значение mu, как бы наша нулевая гипотеза, кидаем уровень confidence level, как бы это обратная величина от альфа. То есть альфа равняется 1 минус confidence level. И наша гипотеза была less, то есть у нас было изначально, что мы говорили, мы проверяем на то, что mu меньше 60. И поэтому у нас мы прописываем, что у нас alternative less. И в ARIA таки довольно хороший вывод результата, поэтому мне ARIA как бы, может и больше нравится в этом плане. Так вот сразу видно там и t-статистику, и degrees of freedom, и p-value. Видно эффективную гипотезу, как она звучит в данном контексте. То есть гипотеза говорит, что true mean, то есть средняя популяции, меньше, чем 60. Ну, совпадает с тем, что я писал. Вижу среднее значение выборки и вижу интервал доверительный, о котором пока я не буду сегодня вообще говорить. Но как бы он тоже тут есть. В Python тоже есть функция, она находится в модуле stats пакета SciPy. То есть там то же самое. Вы кидаете в нее, вот там функция stats.ttest.onesample, вы в нее кидаете array с вашими значениями test memory score, ну или там любой другой проблемы, которую вы решаете. Вы в нее передаете population mean, ваше нулевое значение, и она возвращает вам всегда два объекта. Это значение t-статистики и значение p-value. И важный момент, что всегда как бы, эта функция выполняет расчет для two-tail-теста. То есть она как бы считает, делает как бы, еще одну линию, как бы, она возвращает сумму этой вероятности плюс этой вероятности. Поэтому если у вас one-tail test, как у нас был в этом примере, то мы делим p-value на 2. P-value на 2 и получил то же самое значение 0.33,7, как и здесь, ну, 0.34, оно округлило. Вот, то есть как бы опять-таки мы видим, что ну, ничего сложного в этой части нет. Мы кидаем numpy array или там pandas series в функцию, и все. И нам как бы вводится t-stat и t-value, и мы довольны. И Python и R не будут ругаться, что у вас там неправильные данные, там они, не знаю, там плохо распределены, или там они там как-то плохо записаны, или там ваша гипотеза неправдивая, неправильно записана. То есть им все равно. Поэтому от нас зависит, как бы правильно делать первые шаги, чтобы потом уже получить правильные результаты в программа. Так, какие-то вопросы по one
tail one sample тесту есть? Окей. Если там возникнут, то пишите, потом прочитаю и отвечу. То есть мы делали проверку для одной выборки. То есть для как бы, того, что там после употребления 1 миллиграмма альпразолама там, скорость восстановления эмоций она не меняется. Я могу сделать проверку и для двух сэмплов. То есть я сравниваю, допустим, там, группу одну, группу вторую людей. И сравниваю, то есть ли какая-то разница между ними, значимая разница. Условия как бы те же самые остаются, независимость, случайность, нормальное распределение. И добавляется к этому еще условие о том, что вариансы дисперсии этих сэмплов должны быть примерно равны. Как бы есть вариант сделать это и с неравными сэмплами. Там меня это чуть формула, то есть я там кинул ссылку в референсы в конце, то есть я это сейчас не буду рассказывать, но вариант, когда это не соблюдается, тоже есть. То есть такое тоже можно сделать. То есть, а так все то самое. Независимо от случайности, нормальности. И, например, мы говорим, есть ли какая-то разница в memory-тесте после 5 мг альпразолама или 3 грамм сахара, плацебо. То есть нулевая гипотеза будет говорить о том, что нет никакой разницы между значениями результата теста, то есть мю альпразолама минус мю плацебо равно нулю. Альтернативная гипотеза нам говорит о том, что нет, как бы они не равны, то есть как бы мю не равно мю альпразолам не равно мю плацебо, или их разница не равна нулю. То есть это у нас two-tail тест. Нам важна разница какую-то из сторон. То есть может быть это больше, может быть это больше, но не важно. Мы ищем в любую сторону какое-то несоответствие с нулевой гипотезой. Вот наши данные из сэмпла. То есть А это альпразолам, S это sugar, сахар. То есть это разделение результатов теста, memory теста. То есть вот средняя альпразолама 40-77, отклонение там 19, для сахара там оно меньше. СТТ совпадает, в принципе, и N тоже равны. То есть число выборок в двух группах одинаковые. Формула от этого такая же самая. То есть формулу не меняем. То есть point estimate минус null estimate, деленное на SE. Что меняется только, это как бы сами эти значения. То есть наш point estimate, то, что мы получили. То есть мы отнимаем вот это от этого, ну или наоборот, нам не важно, и получаем как бы наш point estimate. Null estimate – это как бы то, что мы принимаем за нулевую гипотезу, то, что как бы по условию, ну, по нашему алгоритму как бы принимаем за правду. H нулевое будет у нас с правдой, и это равняется нулю разницы между ними. Ошибка тоже приобретает чуть другой вид, то есть это будет уже S в квадрате альпразолама на N альпразолама плюс S в квадрате плацебо на N плацебо. То есть это как бы взвешенная ошибка для двух выборов. И у нас тоже меняется число степеней свободы. Это число выборок с одной группы плюс число абстракции со второй группы минус 2. И теперь по поводу, вот как проверить это условие на равность варианса. Иногда я встречал такой вариант, что люди писали, что есть как бы там какое-то негласное правило, что если разница 1/2 на S1, S2 меньше 2. То есть если как бы соотношение одной отклонения к другому, там, находится в диапазоне от 1/2 до 2, то мы говорим, что там, variance is equal. If equal.
Там, если оно меньше там, ну, или больше, то мы говорим, что оно не равняется. То есть это такой, как может быть, не особо научный подход, но такое я встречал. Я же это сделал чуть по-другому. Можно провести как бы отдельный новый тест на то, что эти выборки, то, что это значение, оно совпадает друг с другом. То есть мы сравним соотношение S1 на S2, то есть variance альпразолама на variance сахара плацебо. И для этого используется F-распределение. То есть T-распределение студентам мы его используем для симуляции среднего значения. F мы используем для симуляции соотношений. Ratio, proportion. И как бы в этом контексте у нас нулевая гипотеза говорит о том, что наши дисперсии популяций, они равны, то есть их как бы деление одно на другое равняется единице, они равны. И гипотеза коррективная говорит о том, что нет, они не равны, то есть их соотношение не равно единице. Для этого используется F-распределение, и у него есть два параметра F. Distribution. Еще просто он будет дальше возникать, поэтому я о нем сейчас говорю. Это распределение. Если у t был один параметр, это как бы, степень свободы, которая зависит от числа обсерваций в одной выборке, то для распределения это уже число обсерваций в одной группе плюс во второй группе. То есть у него он зависит как бы от двух показателей, то есть df1 и df2, ну, они как бы то же самое, это n1 минус 1 и n2 минус 1. И в зависимости уже от как бы этих двух параметров меняется форма самого распределения. То есть вот красное, это когда у нас там, по два человека в каждой выборке, то есть это просто как похоже на экспоненциальное. А там чем больше обсервации, чем больше степени свободы, тем, в принципе, похоже там, как-то на нормальное, можно сказать. То есть оно приобретает какую-то форму bell, колокольчика, как это называется. И как бы идея та же самая, что я как бы делаю F-распределение. То есть, как бы я считаю вероятность под... Сейчас я покажу это лучше здесь. Нет, здесь, мне кажется, делал это вот здесь. Или не делал. Окей, потом где-то будет пример, где я считал F-распределение пошагово и покажу это еще раз. Но по сути, то же самое. То есть у меня какое-то было распределение F. Сюда, сюда. Так, черт. То есть я как бы симулировал какое-то F-распределение и считал как бы, вероятность там, для значения, там, которое я получил F-статистика. Статистика. F-стат. То есть, там, какую-то вероятность считал там, меньше, больше, либо с двух сторон. И по факту она у меня получилась... Чик-чик. То есть, вот я считаю, вот P от F — это probability function F-распределения. То есть я кидаю то, что я получил, соотношение настоящих вариансов моего сэмпла. Число степени свободы 1, 2. И как бы считаю эту вероятность. То есть я умножаю на 2, потому что у меня two-tail test, как у меня здесь знак не равно. То есть я как бы эту вероятность умножаю на 2. И нахожу потом, как бы, собственно, это p-value. Снова у меня больше 0,05. То есть я не могу ответить на любую гипотезу и говорю, что значит мои дисперсии, они равны. И также в Python, точнее в ARI, есть готовая функция var-test, которая проверяет, что таки да, дисперсии двух сэмплов между собой равны. И вот как бы она тоже там дает очень полезный вывод, то есть там вот видно
F-статистика, видно DF1, DF2 и видно p-value. И видно как бы настоящее соотношение, чему было равно. То есть вот это значение variance альпразолам на variance placebo, оно равнялось 1.059. В Python, по-моему, я не нашел готовой функции для проверки варианса, поэтому, может, я плохо искал, но я не увидел. Вот, так как у меня соблюдается это условие, что варианцы равны, то я как бы использую дальше вот всю эту формулу, все дальше по плану. Оп, и то же самое, вот я считаю SE, это стандартная ошибка взвешенная, то есть это корень квадратный из там, отклонения эспазолама, на n эспазолама и так далее. Считаю TSTAT, получаю какое-то значение. Считаю его p-value, и по сути теперь у меня t-stat, оно очень большое, ну или очень маленькое, и поэтому вероятность как бы уже значение экстремальных, оно будет очень далеко от центра. Поэтому тут видно там те красные линии, то есть там почти даже не видно. То есть это мое и есть p-value. То есть, и уже я говорю, что я отклоняю на любую гипотезу, как я получил там, куда более экстремальные значения, чем бы я получил при условии о том, что нулевая гипотеза правдива. То есть p-value 0.001, что очень маленькая вероятность того, что это правда. То есть если бы не было бы разницы вот здесь, вот, как бы если их средние равны на самом-таки деле, то я бы не получил такую большую разницу. То есть это разница, то есть 1% получить такой большой как бы, разброс между двумя средними. Поэтому я отменяю на любую гипотезу. Опять-таки, Вари, это то же самое функция, где тест решается. То есть в нее закидывается просто уже два массива с данными. То есть это вот альпразам sample, placebo sample. Опять-таки кидаем null estimate, то есть это 0, x бар минус, mu1 минус mu2 равняется нулю. Confidence level, меняем на two-sided test и указываем, что var equal равняется true. Мы говорим, что дисперсии равны, как мы это проверили. Если указать здесь false, то в принципе будет, просто там будет чуть другая формула, которую я не буду показывать. Но такая формула есть, она потом есть там в ссылках в конце презентации. И получаем тот самый результат 0.001. Отклоняем нулевую гипотезу. В Python это уже функция t-test int, наверное, independent, это означает int. То же самое, вот функция так выглядит, то есть stats.ttestint, то есть мы кидаем альпразолам sample, то есть это как бы те, кто там принимал там, лекарство А альпразолам, там тройная доза. И PLA, те, кто принимал там, сахар, тройную дозу, то просто фильтровали. И тоже как бы можно указать, что equal variant равняется true, что их дисперсии равны. И получаю тоже t-статистику и p-value. 3.54, 3.5. Ну, округление дало свое. Так, проверяю чат. В чате ничего. Теперь вопрос. То есть мы говорили о том, что вот эти группы были между собой независимы. То есть у меня были разные люди. У меня были разные люди там, в группе с таблеткой альпразолама, и были разные люди в группе с плацебо. То есть эти не пересекались. Поэтому тест независимый. То есть это t-test independent, при том, что независимая выборка между собой. Выборки как не пересекаются. А допустим, я хочу проверить о том, проверить гипотезу о том, что там, например, результат до и после таблетки отличается. То есть тогда это уже будет человек один и тот же в двух выборках. И это уже как бы нарушает саму
само условие о независимости. Так, человек как бы один тот же и там у вас, поэтому вы уже не можете использовать как бы, это самое как бы, решение к этой проблеме. То есть вот это все уже не будет работать в этом контексте. Так мы не, то есть мы не можем сделать там x before и x after. Для одного и того же человека, который нарушает независимость. Но что мы можем сделать? Мы можем посчитать разницу для одного человека, то есть разница до и разница после. И это все у нас как бы сведется к обычному one sample тесту. Теперь мы проверяем не разницу как таковую между двух групп, а проверяем как бы sample из разниц. То есть new div это по сути это вот датасет. Сейчас я покажу его здесь. То есть вот как бы результаты теста до таблетки и после таблетки. И div это просто разница там этого минус это. Это минус это. Это мы как бы проверяем. Как бы сравниваем для одного человека, как бы разница в его показателях теста. И в принципе уже как бы это не нарушает наши правила о независимости, так как бы уже каждое значение этого дифа, оно независимо одно от другого. Так это все разные люди. И дальше мы используем такой же самый t-тест, one sample t-тест. И мы проверяем на то, что как бы, результаты отличаются там, до и после там, какой-то дозы триазолама. То есть там, мы говорим, что там, они не равны между собой, результаты. Точнее, не результаты, а вот эта вот разница, она не равна нулю. То есть, как бы, там есть какое-то отличие. И что еще важно в T-тестах, ну и в других тестах тоже, что они очень подвержены выбросам, аутлайерам, которые лучше выбирать. Вот эти два значения, они явно не вписываются в общую картину, то есть на бокс-плоте они бы выходили за рамки этого NRPT-рейнджа на полтора. Поэтому эти значения лучше убрать, то как бы я и сделал, и это уже статистики как бы без этих значений. То есть средняя разница равняется 0,33, отклонение равняется 6,2, и 19 сэмплов у нас как бы осталось после удаления этих двух аутлайеров. Итак, я уже как бы знаю формулу t-тест, то я как бы не показываю дальше расчеты вручную. То есть то же самое я кидаю просто значение арея дифференсов между тем и тем. То есть я фильтровал тех, кто принимал триазолам и тройную дозу. И как бы этим я убрал аутлайеров, то есть убрал вот этих вот людей. И получил, что мой p-value равняется 0.8, что в принципе очень много. То есть видно, что вот эта вот t-статистика на B4, вот она. У меня two-tailed тест, поэтому я считаю значения экстремальные как бы и слева, и справа. Вероятность их получения. И говорю, что нет. В принципе, вероятность, как бы у меня не хватает оснований о том, чтобы отлить нулевую гипотезу. То есть у нас not enough evidence to claim that there is difference in memory test. То есть, потому что разницы, в принципе, нету до и после употребления этого лекарства. Ну и в Python это как бы тоже решается. Это же самая функция t-test one sample. То же самое, кидаете array с разницами и кидаете значение популяции, то есть null value. Вот. То, что касается... То есть это называется two-sample pair test. Pair group, то есть наши группы связанные. То есть люди совпадают и в том сэмпле. А то было independent groups до этого. Это было все independent. То есть, когда у нас мы сравнивали именно разницу. Так, едем дальше. Теперь вопрос. Если я хочу проверить
разницу сразу больше, чем в двух группах, там, в трех и более. С тест-тестом я тоже не могу сделать, так как, ну, это может как-то можно, но там, может быть, более замысловато. Но для этого часто используется зачастую тест ANOVA, который означает Analysis of Variance. Это разница дисперсий, которая опять-таки построена на основании F-распределения и F-статистики. И в общем виде... В общем виде она выглядит так, что нулевая гипотеза говорит о том, что никакой разницы нет между группами. То есть μ1 равняется μ2 равняется μkt. Где kt — это число групп, число моих сэмплов разных. А H альтернативная нам говорит о том, что есть разница хотя бы в двух группах. Но мы не знаем, в каких наверняка. То есть как бы ANOVA говорит, как бы хотя бы одна пара из этих вот μ, она не равна, она отличается. Но какой именно, нам она не скажет, ANOVA. От этого есть там другие шаги. И как бы F-статистика считается как вот, анализ варианса, поэтому мы как бы считаем варианс between groups, то есть между группами и внутри групп. Как бы это соотношение как бы разницы значений между группами, между собой и в самой этой группе. То есть там, в группе людей, в группе там, показателей и так далее. Тоже есть некоторые условия для ANOVA, то есть что должны быть как бы, ваши обсервации независимые внутри вашей группы, должны быть обсервации независимые как бы извне, то есть не может быть такого, что у вас там один только человек попал в две группы сразу, то есть он там был там и в группе с триазоламом, и в группе с плацебо, то есть такого быть не может. То есть должны быть независимые люди как и внутри, так и извне выбора. Опять-таки нормальность распределений и одинаковые значения дисперсий для каждой группы. И вот, например, мы хотим проверить, что есть ли какая-то разница вот в этом memory-тесте до и после одной таблетки триазолама, двух таблеток и трех таблеток триазолама. То есть у нас есть три сэмпла, три разные дозы триазолама. Мы проверяем как бы, разницу, что, что как бы, μ1 не равно μ2 или не равно μ3. То есть наши гипотезы будут звучать таким вот образом. Я их не написал, но напишу. По сути, они здесь написаны. То есть, наши гипотезы звучат таким образом, что... То есть нулевая гипотеза говорит о том, что они все три равны между собой. А это говорит о том, что хотя бы одна пара не равна, то есть она отличается очень значимо. Вот как бы видно распределение всех этих трех групп между собой. То есть, и опять-таки видно, что там некоторые значения явно выпадают за общие пределы распределения, которые лучше удалить. Что как бы я опять-таки сделал, то есть я удалил два значения, сделал одно значение или как-то так. И получил вот такие показатели, что там вот эта доза, то есть там доза первая, вторая, третья, то есть там пол, четверть миллиграмма, пол миллиграмма и там 3/4 миллиграмма. И там у них у всех есть свое среднее, у них у всех есть своя дисперсия и свое число N. Проверяя условия на равность дисперсии, то есть как бы в Python, в ARIA я это делаю этой функцией var_test, то есть я три раза просто ее заранил, и там увидел, что там везде p-value больше 0.05, то есть в каждом случае я не могу отрицать нулевую гипотезу, поэтому я говорю, что в принципе мои variance между собой равны. То есть 0.6, 0.2 p-value, 0.3. В принципе, они соблюдаются. Эти условия.
Теперь я считаю как бы значение F статистики. И вот то, что я писал вот здесь, это соотношение как бы дисперсии между группами на дисперсию внутри групп. Может, как не особо тут будет формула понятна интуитивно в начале, но постараемся ее рассмотреть. Да? То есть у нас в читателе идет mean squares для групп. Это как бы средний variability, это как бы средний разброс между группами, который считается как общая, как бы общая какая-то ошибка, деленная на число степеней свободы, которая потом будет эта формула для DF группы. MSE знаменатели — это как бы уже ошибка внутри каждой группы, как бы скалированная тоже степенями свободы этой ошибки. То есть мы говорим, по сути, всегда, что наши значения, наша как бы дисперсия, разброс наших данных, он в принципе зависит, это наша total, сейчас напишу еще раз заново, у нас есть total variability, общая, какой-то общий разброс данных, общая дисперсия данных. И она, в принципе, у нас как бы подвержена разнице в группе и какой-то там невидимой, латентной еще разнице, то есть это наша error, это обозначаем. То есть это group variance, а это как бы разница, то, что мы не видим, то, что там где-то у нас остается за кадром. И считаем это таким образом, что число степеней свободы, как бы все, как бы общее число степеней свободы, это число всех обсерваций минус один. Число степеней свободы, как бы групповое, это число групп минус один. То есть в моем случае у меня было три группы, то есть здесь будет три минус один, то есть два. И как бы степени свободы, как бы ошибки, как бы те, которые мы оставляем на какое-то то, что мы не можем как бы увидеть, вне групповая какая-то там дисперсия. Это df total минус df группы. Ну да, то, что я как бы писал, что общий разброс total variability, она может быть поделена на разброс внутри групп и как бы извне групп. Она делится на две части, по сути. И общий разброс, он похож на дисперсию. То есть как бы формула дисперсии — это там, x ита минус x средняя, подайте на n. Только здесь как бы, мы не делим на n. То есть как бы этот общий разброс, он похож на дисперсию, но не совсем. То же самое, мы каждый x отнимаем x средняя, в квадрате возводим. Но мы не делим ни на какое число n. Это мы как бы находим общий разброс как бы для всех наших выборок одновременно. То есть y — это total average value для всех сэмплов. А чтобы посчитать средний разброс для групп, то есть разброс между группами, формула SSG, то есть sum of squares for groups, сумма ошибок для групп, мы считаем по такой формуле, тоже похоже на дисперсию, только мы как бы придаем вес n, где n — это число обсерваций в каждой из групп. То есть у нас есть как групп, и у них у каждой есть по число n, и мы как бы придаем какой-то вес этому значению. И мы отнимаем среднее значение, опять-таки, для каждой группы, минус среднее значение общее в квадрате, и находим это SSG. А SSE, которое как бы то, что мы не видим, там какие-то латентные переменные влияют на нашу дисперсию, находится по курсу, как бы мы отнимаем общий разброс, минус разброс как бы внутри, точнее, разброс между группами. Так как вот, что я рисовал вот здесь,
То есть наш разброс, по сути, он зависит от двух частей. Разброс между группами и то, что мы не видим. То, что остается где-то там за кадром. Видно, что тут очень много расчетов у всех этих формул, поэтому часто вручную никто это не считает. То есть это вам просто будет там как памятка в лекции, как это все можно писать вручную. Но готовые формулы, то есть это есть встроенная. И вот тут такая вам будет формула забавная, выглядит для тех, кто не знает ARA. Но я говорю, что моя difference колонка зависит от колонки дозы лекарства. То есть это тильда показывает значок, как бы, ну, diff зависит от. И S-factor означает, что это просто дозыч была в числовом формате 1, 2, 3, а я сделал ее категорией. То есть категория 1, категория 2, категория 3. И там функция tidy, она просто там чуть меняет внешний вид, но можно о ней не думать. И получаю вот такой вот ответ. И вот видно, что как бы тут видно f-статистику, видно p-value, и там видно эти средние значения variance, видно sum of squares, и видно число степеней свободы. И в принципе, как бы, ну, мне они, по сути, не особо и, может быть, и полезны на самом деле. Ну, в этом контексте. Меня больше волнует статистика и p-value. И вот если такого нарисовать f-распределение для этих степеней свободы, у меня будет такой вот вид. То есть там статистик 0,5098, где-то оно, вот оно. И p-value — это вероятность получения вот еще более экстремальных значений. Так у нас p-value равно 0,6, то мы не можем отклонить нулевую гипотезу. То есть мы говорим, что у нас нет утверждений говорить о том, что хотя бы одна группа отличается между собой. Одна пара групп между собой, точнее, отличается. То есть мы не можем, и можем, так и не можем. В Python есть функция f1way, то есть это f-test. Почему one way, я так сейчас быстро не скажу, называется. Как он работает? Вы там просто закидываете там, по очереди ваши сэмплы. Это sample 1, доза 1, sample 2, доза 2, sample 3, доза 3. И как бы возвращает так же сама функция два объекта. F-статистика и p-value. 0,5098. Совпало 0,6033. 0,6033, да, совпало. Получили опять-таки значение p больше 0,05. Если бы у меня вышло так в тесте моем, что p-value меньше 0,05, то я бы сказал, что хотя бы одна пара, она не равна. То есть μ1 не равно 0,2, или μ2 не равно μ3, или μ1 не равно μ3. Но я не могу сказать о том, что они все три не равны между собой. То есть это тоже была бы ошибка в контексте теста ANOVA. То есть и ANOVA нам как бы не говорит о том, там, какая конкретно из этих пар она не равна. То есть мы это не знаем. Но мы как бы знаем, что хотя бы одна из них не равна. И дальше бы уже можно там было бы проводить уже как бы отдельные t-тесты для каждой из этих групп. Там тоже есть как бы свои нюансы, конечно, там контекст новый. Но как бы это будет так, что дальше вы проводите просто t-тесты для каждой связки групп. То есть μ1 с μ2, μ2 с μ3, и μ1 с μ3 сравниваете отдельно, и как бы уже находите конкретно, какая пара у вас отличается между собой. Но ANOVA это нам не рассказывает, этот секрет. Так, мне не хватает очень сильно времени, поэтому я даже не знаю, что я буду делать. Вопросы какие-то есть?
Нет, пока все более-менее понятно. Хочется верить. Так. Нет, ну реально так и есть. Это надо осмыслить, попробовать, но вот ну, на идейном уровне пока доходчиво. Да, я надеюсь. Как бы у вас лекция-то останется, презентация? Если что, то там можно к ней сюда обращаться. Так, я сейчас начну про пропорции, но явно не успею до 8 часов. У нас есть два варианта развития событий. Или я могу там до 9 читать этот семинар, или я могу кого перенести вторую часть на другой день. Давайте сделаем, может, голосование. Так, давайте, сколько у нас человек в чате, в комнате. Напишите, давайте так, согласны ли вы сидеть до 9 часов вечера? Плюс или минус? То есть сегодня до 9. Где чат? Плюс-минус. Но, на самом деле, я тоже, может, не готов до 9. Тогда лучше мы сделаем вторую часть, если я не хочу точно все рассказать. Поэтому сделаем вторую часть. Поэтому, да, чтобы сейчас никуда не гнаться. Тогда я начну про пропорции, а там уже где не успею, там и не успею, там начнем с момента, где остановился. Итак, пропорции. То есть до этого мы всегда работали с значениями числовыми, которые, в принципе, были continuous, то есть непрерывные. То есть там у нас был пример с тестовым результатом, там могли бы там 5 секунд, 100 секунд, 100 секунд, 3 секунды, то есть могли быть любые значения там, в каком-то диапазоне. А допустим, вы делаете проверку для пропорций. Что тогда будет происходить? Точнее, что это означает? Например, вы проверяете уже там не показатели не продаж, а там клики. Кликнул, не кликнул. 0-1. True-false. Там человек умер или не умер. Там выздоровел или не выздоровел. То есть у вас как бы уже дискретно идет величина 0 или 1, и вы ее проверяете, там, что она там значима или незначима какого-то значения нулевого. И пока я это говорил, так я подумал, что я таки буду до упора говорить сегодня, а потом видео-лекция просто вам будет, ну, потом видео, кто там может остаться до 9, потом видео посмотрите до конца. Поэтому сегодня я буду говорить, пока не закончу всю лекцию. Так, ну, это две мысли родилась. Потому что все равно как бы видео записывается, поэтому чего как бы разбивать на две каких-то части. Вот. В качестве примера я взял датасет, опять-таки, с Kaggle. У него очень забавное название – «Употребление алкоголя студентами». То есть там были данные о студентах, там какой-то там школа, мне кажется, в Бразилии, Португалии. Там было два предмета – математика и португальский язык. И там, на самом деле, очень много вот в этом датасете есть показателей о детях. И в конце, как бы, финальный предиктор, это там, как бы, сдал, или как хорошо он сдал там, какой-то язык, предмет, извиняюсь. То есть есть там размер семьи, там, образование матери, образование отца, там, сколько он там путешествует, требуется времени на дорогу домой и дорогу в школу, там, как сильно он хочет получить высшее образование, есть ли у него какие-то там отношения личностные, сколько он алкоголя в рабочие дни, в выходные дни, и в конце вот как бы результаты этого теста. Там G1 — это там какой-то первый тест, G2 — это второй тест, и G3 — это уже финальный там, какой-то тест по математике, опять-таки, или по португальскому языку. То есть тут как бы есть два сета. Вот, студент математика, студент португиз. Я взял математику просто потому, что так захотелось. И пару слов вот за пропорции, за
биномиальное распределение. То есть мы как бы уже в примере с монеткой на него смотрели. То есть это распределение величины случайных, когда оно у нас дискретное, и есть всего два варианта исхода. 0 или 1. True или false. То есть у него такой вот внешний вид распределения. То есть это число комбинаций из k комбинаций из n, вероятность там success'а в степени k, минус вероятность фейла, неуспеха в степени n минус k. То есть это, я думаю, вы все эту формулу помните, там, если вы видели ее не раз в своей жизни, поэтому тут все понятно. Только в нашем контексте мы можем там думать о студентах, там он сдал или не сдал финальный экзамен. То есть у нас биномиальное распределение. True, false, 0,1. И это просто вот пример, мне кажется, тоже вот там на лекции всегда его там приводил, что вот мы просто монетку 10 раз, какая вероятность получить 6 орлов. То есть n равно 10, p равняется 0,5, то есть наша монетка честная, k равняется 6, то есть 6 успехов из 10 бросков. И по формуле как бы ничего замысловатого в этом нету. Я считаю, как бы, ну, то есть, комбинации 6 из 10, вероятность успеха 1 вторая в степени 6 и так далее. И там нахожу, то есть вероятность получить 6 орлов из 10 бросков равняется 0.2. Вот. Теперь как бы уже, собственно, сам тест. Как работает сам тест? На одну пропорцию. То есть мы проверяем значение какого-то одного сэмпла, как вот в примере с one sample t-тестом. Опять-таки, допустим, мы говорим, что там какие-то прошлые исследования в школе показали, что в среднем 60% студентов сдают нормальный финальный экзамен по математике. То есть p равняется 0.6. Я написал p как, опять-таки, не p английское, а p такое, потому что это у нас как бы популяция, а это у нас sample. То есть иногда, конечно, пишут p тоже такое, как латинское, а здесь пишут p hat. Но, в принципе, это уже как бы не особо подходит к критериям того, что мы записываем показатели вариации через Greek letters, греческие буквы. Поэтому мы, как бы я написал через P, но это как бы не особо сильно может и, там, имеет значение. Вот, то есть моя нулевая гипотеза говорит, что там student success rate равно 0.6, а альтернативная говорит о том, что там success rate больше 60%. То есть мы говорим о том, что наши данные как будто бы говорят о том, что большее число студентов сдает финальный экзамен по математике. Альфа я не меняю, ну, как бы, может поменять, но как бы, я не буду на нем зацикливаться особо. Вот данные, которые я получил. То есть синие – это те, кто сдал экзамен, красное, кто не сдал экзамен. То есть у меня в датасете были колонки, вот эта колонка G3, это была числовая, это от 0 до 20. Я просто перевел там где-то там past или not past. То есть там где-то в документации было расписано, как эти оценки котировались. Сейчас, секунду, я могу найти, в принципе, single proportion. Сейчас я найду. Вот, то есть те, у кого этот G3 больше 9, тот сдал экзамен, кто у кого меньше G3 9, тот не сдал экзамен. Это как бы я узнал уже просто из датасета. Чтобы сделать как бы уже именно как категорию, то есть как дискретная величина, pass или fail. Окей. Теперь эта табличка, что она мне говорит? Процент expected – это то, что я ожидал увидеть. Это значение моей нулевой гипотезы. То есть я ожидал 0,6 и 0,4.
То есть я ждал, что сдадут экзамен столько-то слов человек, они сдадут столько-то. То есть я же получил другие значения. Я получил, что сдало 67% человек, а не сдал 32% человек. То есть они как бы, ну, видно, что они отличаются между собой. Ну и там в числовом варианте это было бы вот так. То есть у меня всего как бы сдало экзамен 395 человек, почти 400 человек. И как бы если бы это было бы правдиво, нулевая гипотеза, то я бы ожидал увидеть вот столько человек, сдавших экзамен. Но я же по факту увидел столько человек, которые сдали экзамен по математике. И что я делаю дальше? По сути, опять-таки, я вспоминаю свое биномиальное распределение. И, по сути, я ищу, опять-таки, вероятность, как вот у нас было с монеткой, что вот вероятность того, что я получу какие-то значения куда более экстремальные, чем то, что я получил. Так, у меня one tail, то есть я только смотрю на одну сторону, то есть я построил определение, основываясь на том, что p равняется p нулевое, то есть p равняется 0.6. И теперь считаю вероятность того, что как бы, вот, я получу значение, вот n-past, это n-past, как бы, сколько людей у меня таки реально сдало, то вот это мое значение, n-past, вот это, past, это вот 2, 6, 5. То есть какая вероятность, что сдаст экзамен больше, чем 265 человек, с условием того, что соотношение равняется 0.6. И видно, что это очень маленькая вероятность, равняется 0.002. Это же видно вот на графике. И мы отклоняем нулевую гипотезу, и мы говорим, что наши данные говорят о том, что средний скор по экзамену, он больше, чем 60%. То есть мы получили данные, которые явно они говорят о том, что студенты сдают математику лучше, чем там было раньше. То есть, по примеру с монеткой, мне кажется, опять-таки все довольно понятно, как это работает. И в ARI есть тоже встроенная функция binom test, биномиальный тест, где вы передаете число, сколько у вас было успехов, полученное, обзор, число всего студентов, вероятность как бы, под нулевой гипотезой и как бы, какой у вас тест. Там, one sample, greater или less, или two sample. То есть с двух сторон вы смотрите на соотношение, на разницу этих значений. И как обычно в ARI, куда там приятный вывод, то есть я вижу свою гипотезу альтернативную, что там вероятность настоящая, она больше, чем 0.6. Я вижу значение p-value, ну и там вижу вероятность успеха, которая была получена на самом деле. В Python binom test функция тоже есть в модуле stats, то есть так же самое, там закидывается число, сколько вы людей реально получили, кто сдал экзамен, потом n число всех людей, потом P для того, что вы верите, то есть то, кого, что вы принимаете за нулевую гипотезу. И как бы, какой у вас тест, там, great, less или two-sided. И только возвращается в Python значение p-value. То есть вот оно вернулось, 0.02, совпадает. Вот, это у нас был one proportion тест. В чате ничего нет. Опять-таки, если я проверяю, если я хочу проверить пропорции там, между двумя и более группами, что я делаю? Я уже использую критерий хи-квадрат, который проверяет на независимость моей группы между собой. И внешний вид выглядит таким образом. Нулевая гипотеза говорит о том, что
нет как бы никакой связи между группами, то есть они независимы между собой. А гипотеза альтернативная говорит о том, что есть таки какая-то связь между данными группами. И всегда это у меня one-sided test. То есть как бы тоже нету как бы two-sided или one. То есть тут только сойдет как бы проверка на, как бы, там, на одну сторону, one-sided. То есть тут нету two-sided теста. Как бы, по, там, по своей там, особенности самого теста бывает two-sided теста. И опять-таки, как бы я увижу, что, то есть я как бы увижу, какая, какие группы, точнее, я вижу, что хотя бы там какая-то связка групп независимо, точнее, зависима между собой, но я не узнаю, какая конкретно там наверняка зависима между собой. И условия для хи-квадрата, опять-таки, это независимость, то есть должны быть все обсервации независимые между собой, и размер выборки должен, как бы, каждая ячейка, какая ячейка, потом скажу, что такое ячейка, должна иметь больше, чем 5 expected cases, то должна хотя бы иметь 5 обсерваций, которые бы совершились. То есть, мы бы ожидали увидеть 5 человек, то у них там был бы экзамен сдан в каждой ячейке. Ячейка, я скажу после, что это означает ячейка. И статистика хи-квадрат находится таким образом. Это сумма между данным полученным, то есть данное полученное минус данные expected, то есть мы ожидали бы получить в квадрате, деленное на expected data, где k — это число этих таинственных ячеек. И вот пример. То есть пример является, влияет ли употребление алкоголя на выходных на результаты экзамена. То есть у нас есть разные значения употребления алкоголя, и есть как бы у каждого человека свои результаты экзамена. И мы как бы сравниваем, там, есть ли какая-то взаимосвязь между то, как студенты пьют на выходных, и тем, как они сдают экзамен. И вот гипотеза звучит таким образом, что нулевая гипотеза, что результаты экзамена и алкоголь независимы, то есть нет никакой связи. А гипотеза альтернативная говорит о том, что они такие зависимы. То есть результаты экзамена меняются от употребления алкоголя. То есть какая-то между ними связь есть. Ну и альфа 0,5, ничего не меняется. Теперь эта табличка. Сейчас я ее объясню, что здесь происходит. По столбцам у меня идет потребление алкоголя. То есть 1 – это мало, 5 – это много. То есть это данные с таблицы, с Kaggle, то есть ничего тут слова не писал. То есть как бы вот 1, там, не знаю, там 1 стакан, 5, 5 стаканов, это уже не важно. То есть это уровень алкоголя. Если у меня идет, сдал или не сдал человек экзамен, то есть fail или passed. Ну, это просто как бы total и total. То есть у меня было всего вот столько студентов, из них столько не сдало, столько сдало, там столько студентов, там у них самый низкий уровень потребления алкоголя, ну и так далее. Вот, теперь смотрим на значения, которые написаны обычным шрифтом, не жирным. То есть вот эти вот значения смотрим сюда. То есть это значения, которые мы получили. Это мои observed data. То есть эти вот все значения 50, 25, 25, 20 – это то, что я получил. А теперь что такое значение в скобках жирным шрифтом? Это значение, которое я ожидал получить при условии того, что эти категории не связаны между собой, то есть они независимы. И как они считаются? То есть если я говорю, что не, как бы не влияет алкоголь на экзамен, тогда бы я сказал, что в принципе я бы ждал увидеть сейчас сколько я скажу. То есть у меня past 265 деленное на 395, 395. То есть я бы ожидал увидеть такой процент сдавших
экзамен людей в каждой из этой группы. То есть я бы ждал увидеть, что у людей с алкоголем на первом уровне у них было бы там 0,67% сдавших. То же самое было бы и здесь, и здесь, и здесь. То есть дальше я как бы умножаю просто это соотношение, то есть 0,67 умножаю, например, ну вот на 28, и получаю 18,78. Как бы я бы ожидал получить 19 человек, кто бы сдал экзамен с таким-то уровнем потребления алкоголя. Ну, понятно, что я потом отнимаю это минус это, получаю fail. Понятно. И важный момент, то, что как бы, мы всегда округляем значение как бы, в целое, то есть как бы, эта запись не особо может иметь смысл в контексте людей, то есть не бывает у нас там, полтора человека. И нужно проверять всегда, что потом после всех этих округлений у вас совпадает число total, то есть всегда сумма вот этих значений 50, 101, 25, 60 должна сходиться к этому. То же самое значение как бы expected, то есть это плюс это плюс это плюс это должно равняться 400, ну 395. Вот. И теперь по формуле х квадрат, что я делаю? Теперь уже это мои ячейки, то, что звучало вот слово cells вот здесь, то есть cell, это вот ячейка, это имеется в виду, что вот в каждой этой комбинации из двух категорий мне должно быть всегда хоть больше, чем 5 expected observations, то есть должно быть всегда здесь больше 5. Там, иначе там плохо отрабатывает, но все равно он там сработает, но там с какой-то погрешности. И по формуле, что я делаю? Я как бы отнимаю observed data минус expected data в квадрате, деленное на observed data. Опять-таки, там же у меня стоял знак суммы, то есть это как бы сумма для каждой ячейки. И то же самое делаю 25 минус 28 в квадрате, делю на 28 и поехали дальше. Как бы вручную это все, конечно, можно делать, но это занимает там какое-то время, поэтому опять-таки я использую программное обеспечение, то есть hquadrat.test функция в Aria встроенная, и она в себя принимает как бы, вот такую вот таблицу cross-step, Python, то есть таблицу с значениями, которые мы получили. И это вот correct, это я не буду там тоже так говорить об этом, там как бы можно, то есть определение биномиальное можно как бы привести к нормальному виду там, с какой-то корректировкой, как бы это за это вот и отвечает. Но как бы, это чуть другая вариация х квадрата, но об этом не будем говорить. И вот, собственно, что я вижу, что я получил значение х квадрата 1.6, и у него 4 степени свободы, потому что они находятся, я тут написал в лекции, здесь. Степени свободы для х квадрата, они считаются как... Так, это тоже не то. Сейчас исправим. Degrees of freedom – это как умножение число столбцов минус один на число колонок columns минус один. То есть у меня было сколько столбцов? У меня было столбцов 1, 2, 3, 4, 5. То есть 5 минус 1 – 4. Две строки, то есть одна степень свободы, умножаю 4 на 1, получаю 4. То есть поэтому вот здесь df равнялось 4. И по сути мое х квадрат распределение, я вас буду показать, у него оно тоже как бы только зависит от степени свободы, в принципе. Где моя Википедия? Х квадрат distribution Википедия. Вот, опять-таки там в зависимости от степени свободы меняется и внешний вид этого распределения. Оп.
Ну и вот как бы для такого числа степени свободы оно выглядит таким образом. И как бы считая p-value, то есть я нахожу, что оно равняется 0,8. И что я говорю? Что я отклоняю нулевую гипотезу, точнее, извиняюсь, я не могу ее отклонить. И это о том, что мне не хватает данных, чтобы утверждать, что есть какая-то связь между значениями экзамена и значениями употребления алкоголя студентами. То есть, в принципе, я не могу утверждать, что они зависимы между собой. В Python тоже есть возможность провести хи-квадрат тест. То есть это хи-квадрат контингенси, не буду, наверное, почитать, функция в статсе. Вот, как бы она тоже для себя требует, чтобы передали матрицу с вот этими вот значениями, вот, с значениями, полученными в ходе эксперимента, 50, 101, 25, 60 и так далее. То есть в Python за это отвечает функция pd_pandas_cross_step, как бы вы переводите, вы делаете две колонки категориальные, там вместе их лепите, и у вас получается в конце как бы матрица из значений. То же самое, там есть это вариант корректировки. Я вот скидывал вот здесь в коде, вот тут есть это повод этой корректировки, что она означает, потом можно прочитать отдельно, кому интересно. И получаем значение хи-квадрата, получаем значение p-value, получаем степени свободы и получаем expected, то есть что мы ожидали бы получить на выходе. То есть в этом случае в Python уже больше вывода, чем в Aria, на удивление. Но камай машимай. Вот, проверяю чат. Привет, позитивно, даже тест не нужен. Но я тоже ждал ответа позитивного, но, как видите, тест не удался. То есть алкоголь таки показывает, что не влияет для этих студентов. Но, как мы обсуждали с вами по теме с аутлайерами, то есть аутлайеры intentional, те, которые люди говорят осознанно неправильные ответы. То есть вряд ли студент скажет там наверняка, что он там пьет там литрами пива на выходных, правильно? Поэтому, может быть, результаты очень заниженные для того, что студенты не хотели правильно свои данные говорить, чтобы их там дома не наказали. Окей. То есть и в этом, в принципе, контексте хи-квадрата можно использовать любое число строк и столбцов. То есть может быть там у вас и там всего лишь там 2 на 2 таблица, как бы вы сравниваете там 4, ну, как бы 2 категории по 2, по 2 лейбла в каждой. Может быть там и 8 на 8 таблиц, это уже не важно. То есть как бы в этом может быть и особенность этого хи-квадрат критерия, что там можно использовать любое число вот этих вот самых ячеек. То есть может быть любая размерность вашего полученного результата. Так. Теперь уже конец близок, не переживайте. Мы все время говорили о том, что как бы, мы там сравниваем пи с альфой, мы хотим, чтобы пи было меньше альфа, а альфа это у нас была, возвращаясь к самым истокам, это была вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда она на самом деле правдива. Оп. То есть probability of rejecting the null hypothesis when it's true. То есть мы всегда стояли на альфа, но мы вот до этого момента пока вообще забыли о бете. Где, в принципе, бета у нас тоже как бы таки довольно type 2 error. Бета у нас тоже как бы довольно-таки плохой исход. То есть это отправить человека виновного на свободу там, или там, что-то другое в другом контексте. И вот, многие там люди, экспериментаторы тоже забывают о бете,
и о мощности теста, что тоже влечет за собой какие-то неправильные decision-making problems. Вот, то есть не отклоняя на любую гипотезу, когда она на самом деле не правдива, это наша type to error, это наша бета. И значение 1 минус бета — это как бы наша мощность теста, power of the test. И мы хотим тогда, чтобы power было большое, понятное дело, мы хотим иметь большую вероятность того, что мы отклоним на любую гипотезу, когда она не правдива. То есть мы хотим вот это значение быть большим, ну или как бы мы хотим бета, чтобы была маленькой. То есть мы хотим бета маленькая, поэтому мы хотим это большое. И как бы по аналогии с альфа, у бета тоже это какой-то свой там золотой стандарт, и это стандарт 0.2. То есть мы хотим иметь power нашего теста, мощность теста, равном 0.8. То есть мы хотим иметь возможность получения, возможность, вероятность отклонения на любой гипотезы, когда она неправдива, 0.8. Опять-таки, там, чем это значение больше, тем там нужно больше данных, там, больше уверенности. Поэтому 0.8 — это то, что обычно принимают, и обычно все им этим значением пользуются. Например, допустим, мы разрабатываем лекарство, которое помогает людям с бессонницей. И там, какие-то эксперименты прошлые нам показывают, что там в среднем человек с бессонницей спит 4 часа в день. И мы хотим проверить, что наше лекарство, оно помогает увеличить это число часов сна в день для людей с бессонницей. То есть H нулевое, что новое лекарство не помогает, то есть у нас ничего не происходит, все плохо, как бы лекарство неэффективное, у нас нулевая гипотеза, что мир равняется 4. И вот альтернативная говорит о том, что таки нет, наше мю, оно будет больше 4. То есть наше лекарство помогает увеличить часы сна для каждого человека. Альфа 0.5 опять-таки не меняет. Для примера простоты будем думать о том, что наше N очень большое, то есть наша выборка очень большая, больше 30. И я знаю мою сигму, то есть я знаю там отклонение сна там, для всех людей на планете Земля, у кого есть бессонница, это равняется 1. Это просто для примера, чтобы было проще показывать там, дальше вычисления. Потому что как бы, с таким условием я могу использовать Z-тест и Z-статистику. И как бы по аналогии с Z-статистикой она у меня равна. То есть X-бар — это то, что я получил, минус mu — то, что я ждал получить, деленное на SE. Там, где SE, это сигма на корень из N. И теперь такой, допустим, вопрос, что я хочу как бы observe, я хочу найти разницу хотя бы полчаса. То есть мне важно увидеть, что мое лекарство, оно увеличивает длину сна на полчаса от нулевого значения, от mu нулевое. То есть я хочу получить как бы mu альтернативное равно 4.5. И вопрос в том, какая мощность теста будет, если я соберу данные от 15 человек. То есть какая будет мощность при данном числе обсерваций. Смотрим на график, что мы видим. То есть черная линия — это наше mu нулевое, то есть это наша нулевая гипотеза, как бы это что мы ожидаем увидеть, если бы наше mu нулевое, h нулевое была бы правдивой. То есть вот 4, это вот мы 4, вот оно, 4. Это вот это значение, это красная зона, это вот уровень альфа, то есть это значение z critical, как бы если у меня получится мой z score больше этого, то я как бы уже отвергаю нулевую гипотезу. Там моя z будет больше этого. Серая линия — это мое распределение альтернативное, то есть это 4 и 5 среднее. То есть это как бы то, что я как бы хочу увидеть.
хочу увидеть разницу там, в полчаса. То есть я хочу получить разницу 4 плюс 0,5, вот оно, как бы это то измерение, как бы, которое я бы хотел таки быть способным заметить. И мощность теста — это вот, по сути, площадь под этим распределением, это вот синяя зона. То есть это вот все, это и есть моя мощность теста. То есть это вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда она неправдива. И я хочу это значение быть таки довольно большим. И как бы, вот, да, сводится как бы, все вычисления к поиску площади под кривой. То есть power равняется вероятность, что x больше z critical, то есть что x больше этого значения для данного распределения с mu равным 4,5 и сигма равным 1 на корень из 15. Так как у меня 1 — это моя сигма, а 15 у меня число, как бы, число обсервации в сэмпле 15. Я могу найти это значение z-critical, то есть вот этого значения, оно находится как кванталь standard normal distribution, то есть Q0.5 — это квантиль 95-й, от стандартного нормального распределения с mu равным нулю, а сигма равным единице. Так, умножаю на сигму длинный корень из n, прибавляю ему нулевое и получаю как бы, значение это z critical. То есть 4,25. Вот он. И дальше я, по сути, уже ищу как бы, там, с помощью R вот эту вот площадь под кривой. То есть это я сказал z critical, то есть это вот это значение у меня нашлось. А дальше я ищу вероятность, то, что x больше z critical для значения среднего mu alt, где mu alt это 4.5. sd равняется, это se, это вот это значение 15 деленное. И как бы я ищу как бы, то, что будет больше, поэтому low tail равняется false, то есть я как бы ищу верхний предел. И получаю, что то есть, low tail говорит о том, что я получаю вот эту вот часть. Вот эту вот часть. Если бы я взял low tail, lower tail равняется true, то было бы вот эта вот часть. И получаю значение 0.6. И о чем это мне говорит? Что это не значит о том, что я не получу, я не смогу детект, обнаружить разницу в полчаса, как значимую статистически. Это просто говорит о том, что мои шансы получить такую разницу, они меньше, там, чем там, принятое там, в обществе 0.8. То есть я все равно смогу, может быть, увидеть эту разницу, но уже с меньшей мощностью. Я смогу сказать, что да, это разница такие, то есть там p-value меньше 0.05, но может быть мощность при этом будет не такая большая. Я не уверен. И вот, например, что будет, если я увеличу число сэмплов до полсотни? То есть я увеличиваю число обсерваций. Что это означает? Это означает, что моя ошибка, то есть здесь n возрастает, корень из n тоже возрастает. Теперь я делю, выходит на большее число, получаю меньшее число, поэтому моя standard error, где она вообще у меня? Моя standard error, она уменьшается, поэтому как бы, я уже более уверен в своих распределениях, то есть их дисперсия уменьшается, и я получаю такой вот график, и для них power of the test равняется 0.97. То есть для большего числа обсерваций я, как бы, мощность моего теста возрастает. Так у меня уменьшается уже эта ошибка, поэтому я куда более уверен, что получу... я буду более уверен уже в своих результатах с большим числом обсерваций. И по-хорошему мы хотим всегда знать размер нашего сэмпла, который необходим для нахождения оптимального
это оптимальной разницы еще до момента эксперимента. То есть, например, если вы хотите провести тест, или вот тут есть пример, например, вот какой нужен нам минимальный размер выборки, если мы хотим получить разницу вот во сне в 0,5 значениями альфа 0,5 и бета 0,2. То есть в ARI это функция PowerTTest с модуля PowerPackage. Опять-таки, чтобы это все вручную не считать, как, ну, видно, что здесь очень много расчетов, мне будет не особо понятно интуитивно. Поэтому можно довериться ARU или Python. То есть в ARI это функция PowerTTest. Так, все-таки обычно я не знаю свое значение сигма, я использую T-распределение, а не Z. Там T там сложнее было описывать, поэтому я использовал Z. Но на практике, если я использую T-тест, как это работает? Есть 4 параметра. Есть sample size, есть отклонение, есть delta, это вот как бы разница, которую я хочу заметить, и есть мощность. Чтобы найти какое-то одно из этих 4 значений, я его пропускаю, а добавляю как бы те 3, которые я как бы жду по умолчанию. То есть я закидываю эту delta 0,5, это то, что я как бы хочу увидеть. Закидываю отклонение SD, которое у меня там получено в ходе эксперимента. И закидываю мощность, которую я хочу, мощность теста, которую я хочу видеть. Это у меня one sample test, то есть у меня всего одна выборка. И у меня test two-sided, то есть я хочу там или влево, или вправо, неважно куда, но чтобы оно отличалось. Вот, и видно, что вот one sample to test power calculation, то есть это равняется 26.14. То есть для того, чтобы увидеть разницу хотя бы в 0,5 часов с такими-то значениями альфа и бета, я должен как бы взять 27 человек для своей выборки. Я сказал, по-моему, неправильно, не two-sided, а one-sided test. То есть мне такое важно, что мое мю больше в одну сторону. То есть оно не больше либо меньше, оно только больше либо только меньше. То есть это one-sided test, я, по-моему, оговорился. В Python аналогичным образом есть функция t-test-solve-power. Там она в пакете находится stats-models. Тоже та же самая идея. Вы закидываете мощность, закидываете альфа, закидываете вашу как бы гипотезу larger, less или two-sided и получаете там то, что вы пропустили. То есть я пропустил n, получаю n. Только вот одна разница с ARI, то, что в ARI я закидывал дельту и SD, а в Python я закидываю effect size. А effect size, по сути, это и есть значение вот это D, деленное на SD. То есть как бы вот если я поделил бы 0,5 на 1, то я получил бы 0,5. Как бы то же самое я закинул здесь. Вот. И если, допустим, делать график в зависимости размера выборки, в зависимости мощности от размера выборки, то это было бы вот так, что вот там, чем больше выборка, тем больше мощность теста. И вот там где-то 0,8, примерно там, вот, 27 человек. И видно, что там, что при числа людей 50 и больше, в принципе, уже мощность там достигает своего максимума. И как бы даже уже здесь неважно, там, сколько у вас будет человек в вашей выборке, мощность будет всегда довольно-таки большая. И поэтому важно понимать, какое вам нужно число обсерваций еще до момента теста, чтобы потом там, не было такого, что вы как бы не способны достигнуть оптимального результата, оптимальной мощности в ходе эксперимента. И последний момент по поводу этого effect size, что он нам говорит. То есть как бы мы использовали здесь разницу абсолютную вот в примере со сном и бессонницей, то есть 0,5. То есть как бы мы хотим получить разницу 0,5 в часах. Но чаще используется такие effect size,
которая как бы показывает нам размер как бы, более стандартизированный. То есть, например, если вы там сравниваете вот сны, число часов сна, то у вас там будет там, 4, 5, 6, 8. Если вы сравниваете, например, там, продажи в магазине, у вас там будет там, не знаю, 100 тысяч, миллион. И как бы эта разница тоже будет отличаться очень сильно между разными показателями. И для этого как бы сводится все к одному виду стандартному, используя вот это вот, расстояние Кохена, не знаю, как правильно сказать эту фамилию. То есть там есть очень много разных вариантов эффект сайза, но для сравнения с этих значений чаще всегда используется именно КХН, то есть вот КХНД. То есть есть там какие-то КХНQ, есть какие-то там, не знаю, КХНF, чтобы они там не значили, но чаще можно видеть, что мы сравниваем именно по этому КХНД. И что оно такое? Это, как бы, кстати, разница абсолютная, деленная на стандартное как бы, отклонение, взвешенное. То есть оно в такой формуле вычисляется, не особо замысловатое, но как есть. То есть N1 — это там, число обсерваций в первом сэмпле, N2 — число обсерваций во втором сэмпле. Ну, и понятно, что S1 — это так, отклонение в первом и во втором соответственно. То есть это и будет как бы наш effect size, и как бы он уже будет более стандартизирован там, между разными диапазонами величин. То есть там независимо у вас там часы, которые там могут быть 1, 2, 3, 5, 6, 8, или у вас там продажи там, в миллионах вычисляются, как бы их effect size будет в принципе всегда в одном диапазоне, который уже там можно как-то между собой сравнивать, ну или просто как бы будет более понятно интуитивно. И вот по там, определению, по там, каким, не знаю, нормам, считается, что там, чем больше это значение D, как бы, тем выше effect size, как бы, тем более как бы, разница, она больше ну, по факту. То есть, это сильно отличается мю нулевое от вашего мю альтернативного. То есть там очень много значений, ну, очень большая разница. И, например, вот какой нам нужен размер выборок. Сейчас, секунду. То есть, например, вот и не так. То есть, пример, какой мы хотим получить размер выборок, чтобы быть возможным как бы, увидеть большой effect size в одном направлении для как бы, сравнения двух средних значений, где альфа 0,5, бета 0,2, то стандартные значения. То есть мы как бы, хотим увидеть большой effect size, то есть мы кидаем дельта 0,8, то есть вот это large. Power 0,8, альфа 0,05, у нас будет two-sided test, и как бы, отличие от прошлого теста, мы указываем здесь type to sample. То есть там у нас было type one sample, здесь как бы, мы сравним уже для нахождения разницы между двумя сэмплами. То есть between two means. И получаем опять-таки вывод. То есть мы считали для n, то есть мы должны получить, мы должны взять в каждой выборке 26 человек. То есть даже вот есть такой ноут, что n это число в каждой группе. И так как, да, вот есть такая заметка, что нельзя в этой функции указать именно D, как бы само это значение Кохена, но можно указать дельта и SD. А как бы дельта на SD это и будет D. То есть как бы я указываю дельта 0,8, а SD пропускаю, но будет равным 1. Поэтому это и будет мое D. То есть D равняется как будто бы 0,8. Так, 0,8 деленное на 1 будет 0,8. В Python для нахождения для двух выборок уже другая будет формула, то есть t-test independent, solve power. Ну, это та же самая идея. Кидаю power, кидаю effect size, который хочу заметить, и кидаю alpha.
и там нахожу число n, то есть сколько должно быть сэмплов в каждой выборке. Теперь вопрос, почему это вообще имеет значение? Зачем вообще на это смотреть? Зачем оно нам надо? Вот есть такая цитата, которая мне понравилась там с одного публикации, что она говорит, что для очень больших выборок тест покажет почти всегда какую-то разницу в этом вот p-value от альфа. То есть у вас чаще всегда будет какая-то там, у вас всегда одна гипотеза будет опровергнута, то есть ваша p-value будет очень маленькая. Даже если у вас нет никакой особой разницы, ну, как по факту, даже если ваша effect size будет там равна там, 0.01. И поэтому, если вы только употребляете одно p-value там, в ходе своего эксперимента и не обсуждаете effect size, то это тоже не особо верно. Вот какие-то, не знаю, недавно читал там, тоже статью, что якобы взяли там, какие-то прошлые работы, не знаю, там, по каким наукам, там, где, опять-таки, только были ответы в p-value, то там были какие-то гипотезы, их сравнивали и возвращали только p-value как результат своего эксперимента. И они потом посчитали, там уже там заново посчитали значение effect size и не увидели, что, в принципе, да, p-value было очень маленьким, но сама разница была тоже очень мизерная. То есть, да, вы увидели, что ваши, там, не знаю, продажи, они отличаются для двух компаний рекламных, но эта разница, она очень маленькая, хоть она отличается по p-value, то есть, ну, там, p-value меньше альфа. И вот тоже вот такой пример есть. Например, как бы мы опять-таки делаем лекарства для людей с диабетом, чтобы уменьшить, как бы, их уровень сахара. У нас есть две группы, группа с лекарством и группа контрольная с плацебо. И у нас, как бы, в каждой группе 150 человек. То есть, таки довольно большая выборка. Все, как бы, хорошо. То есть, моя нулевая гипотеза говорит о том, что лекарства не помогают. То есть, mu контрольная равняется mu treatment. То есть, значение уровня сахара для этих двух людей совпадает. А гипотеза альтернативная говорит о том, что нет. То есть, mu контрольная, оно больше, чем mu treatment, то есть, как бы, все-таки мое лекарство помогает уменьшить уровень сахара в крови. То есть это вот, ну, просто там сгенерированные данные в ARIA, то есть синее – это распределение сэмпла тем, кто пил плацебо, желтое – тем, кто пил мое лекарство. Вот, как бы, их значение, то есть среднее значение для плацебо 150, где-то оно, вот оно здесь. Среднее для лекарства 145, чуть левее. Ну, N совпадает. И отклонение там тоже примерно равны. Я провожу эти тест для этих двух распределений и получаю, что p-value равняется 0.02. То есть, в принципе, я говорю, ура. То есть я отклоняю свою нулевую гипотезу, и я говорю, что да, мое лекарство помогает уменьшить уровень сахара в крови. То есть я принимаю гипотезу альтернативную. Как бы так, у меня p-value равнялось 0.02. То есть все, как бы, все честно, все законно, ничего я не нарушаю. Потом у меня есть второй случай. Опять-таки, у меня было две группы, то же самое число людей, и там, было просто 50 человек. Но теперь, как бы, вот, в контрольной группе у меня было среднее 150, а в группе с лекарством было среднее 125. Вот здесь. Опять-таки, я считаю свой проводный тест. Вижу, что у меня опять-таки value меньше 0.05, еще меньше даже. И опять-таки говорю, ура. То есть я опять-таки отклоняю любую гипотезу, говорю, что лекарство мое супер, давайте его там внедрять в массы. То есть в двух этих случаях я отклонил нулевую гипотезу. Но теперь, если я посчитаю это вот effect size, Cahen's distance, что я увижу? То есть var это функция Cahen-D из какого-то effect size пакета, где вы закидываете просто, как бы, два сэмпла. И в первом кейсе, когда у меня было вот этот случай,
и вижу, что мой effect size, он равен 0.23, что, в принципе, очень мало. А в втором случае мой effect size равен 1.2, что, в принципе, довольно-таки хорошо. Причем это мне говорит, что как бы даже если я отклонил гипотезу в двух случаях, то есть я не могу утверждать, что разница она очень маленькая, да, несмотря на то, что она там отличается там, по статистике. То есть она, эта разница она не такая уж как бы, значительная в принципе в практике. То есть вы не хотите там, опять-таки, там, в примере с рекламой, там, вы не хотите там, делать новую рекламу, когда она там по факту не особо-то и отличается по своему перформансу от старой рекламы. То есть там какой-то очень маленький эффект сайз. Вот поэтому это и важно, что вот в случае вот первого, если бы мы там мы приняли гипотезу о том, что мы отклоняем на любую гипотезу, и мы говорим, что таки, да, наше лекарство очень классное, мы бы там пустили бы в производство, там было бы такое денег потрачено, там, оно там вышло там большой тираж, но по факту оно очень маленький у него именно этот показатель качества самого лекарства в плане часов сна. И поэтому не особо имеет смысл это лекарство дальше было бы толкать массы. Как, допустим, с лекарством со второго примера, тут как бы уже да, тут наше D очень большое, поэтому, в принципе, да, как бы лучше бы уже толкать вот это лекарство в производство. Опять-таки, в Python я не нашел функции для расчета этого Cohen's D, то есть там, может, какие-то есть там написанные там где-то на SQLite там кем-то одним, но именно как там в SciPy или там Stats Modules я не нашел. Но, возможно, они есть. Там довольно как бы, простая даже формула, то есть, по сути, эту формулу я показывал выше, там даже можно написать самому эту функцию. Вот эта формула, как бы она легко там пишется вручную даже самому. Вот, и как бы завершая все то, что я сказал до этого, как теперь я могу обновить свои шаги как бы вообще для проверок гипотез. То есть я там вначале эти шаги озвучил, теперь я могу как бы чуть обновить. То есть первое, что я делаю, я формулирую две гипотезы, ну, любую альтернативную. Второе, выбираю подходящий тест, то есть у меня может быть T-тест, может быть F-тест, может быть ANOVA, Х-квадрат, Z-тест и так далее. Выбираю уровень альфа и бета, нахожу минимальное значение сэмплов, которое нужно для нахождения оптимального эффект сайза с какими-то значениями альфа и бета, и провожу эксперимент. После эксперимента я считаю как бы, статистику, считаю p-value, нахожу effect size и уже как бы, делаю выводы в контексте данной проблемы, какая у меня была. Это было бы уже более приемлемые шаги для вашего decision making. Вот, в принципе, на этом лекция заканчивается, которая затянулась на 3 часа. Тут есть много разных ссылок, то есть эти три ссылки — это то, что я писал сам, это ссылка с кодом в Google Collab, это с Kaggle с этими с лекарствами ссылка, то есть тут можно будет поклацать. Есть, вот вам Ваня, наверное, показывал на лекциях, визуализация, как влияет там power, size, n и то есть вот как бы тут можно поиграться с разными значениями, то есть, допустим, я хочу найти там оптимальный уровень выборки там при power равно 0.8, альфа равно 0.05 и effect size пусть там будет, не знаю, очень большой, 1.62. И n равняется всего лишь 3 надо обсервации на самом деле в таком случае. Там, если я уменьшу reset zoom, то оно уже будет очень большое. Чтобы получить таки достоверную, чтобы быть уверен, что эта разница
Она хоть и маленькая, но она очень значима, надо быть очень в этом уверенным. Поэтому число сэмпла возрастает. Если у меня, я хочу очень большую разницу быть способным заметить, то как бы, уже мне можно иметь куда меньший размер выборки. Вот, эти все ссылки есть в презентации. Я скину эту ссылку, наверное, в группу, чтобы там ссылка не потерялась. Можно будет потом прочитать, кому интересно, на досуге. Вот. А сейчас, если какие-то у вас есть вопросы, вы можете спрашивать. Вернись в чат. Да, она получилась очень насыщенная. То есть я тоже переживал, что чтобы не было передоза информации за один раз, но маем еще маем. То есть, возможно, там в дальнейшем я посмотрю, будет смысл делать из нее делать две разных лекции. И надо будет с этим неделю поработать. Да, я за потерю, я верю. Да, возможно, да, мы разобьем ее в дальнейшем на две части. Так это первая проба пера этого вебинара, поэтому, возможно, мы делаем из нее две части. Но у вас как бы останется запись и эти все ссылки, поэтому вы сможете там всегда к этому обращаться. И практиковаться сам. А можно вопрос? Yes, of course. А вот когда мы там разницу двух каких-то экспериментов либо выборок смотрели, это уже под конец было. Ага. И ну, мысль была такая озвучена, что там при большом наборе данных количества мы всегда получим какую-то статистически значимую разницу. Вопрос величины этой разницы. Наверное, тогда, чтобы не попадать в эту ситуацию, можно переформулировать тест как-то изначально по-другому, что я хочу получить разницу не меньше, ну, условно, каких-то 5 пунктов, там, в зависимости от того, в каких единицах она меряется, с вероятностью, там, ну, я не знаю, больше 95%. И при такой формулировке, ну, проблем не будет. Либо там вероятность будет не достигнута, и тест будет признан неуспешным, либо там разница будет меньше, и тест будет признан неуспешным. Или так обычно не делают. Так, давай еще раз. То есть ты хочешь сказать, что ты хочешь получить разницу? Я хочу написать, ну, как свой тест, как вероятность того, что там какое-то x бар 1 минус x бар 2 больше равняется 5. И хочу, чтобы эта вероятность была больше равна 95. Ну и дальше каким-то образом вот эту запись трансформировать так, чтобы она попадала под понятное мне распределение, преобразовать, ну и там, исходя из этого, уже получить. То есть мне не очень как бы принципиально, где возникает проблема, либо разница между двумя, ну как бы этими экспериментами слишком маленькая, либо вероятность того, что эта разница, ну как бы, существенная недостаточно, ну или альтернатива вероятность ошибки слишком большая. Мне важно, что одно из двух не состоялось, значит, все там, как бы я это не принимаю. Ну ладно, я это как-то потом напишу в приватном сообщении. Да, я просто сейчас уже сильно устал, я не могу мысль, наверное, адекватно сформулировать. Я напишу на каком-то примере. Окей, да. Да, какие-то вопросы можете в чат пишите, там, когда переварите, я отвечу. Дякую, дякую, дякую. Вам дякую. Так, если вопросов больше нет, то всем спасибо. Видео потом, наверное, мы вам скинем, лекцию еще скину, и все будет доброе.